древней эпохи. Просто в этот раз мало того, что не было никого, кто смел наброситься на Чуфына, вместо этого толпа взяла инициативу поприветствовать Чуфына и поболтать с ним. С улыбками на лицах они казались очень любезными. На самом деле даже четверо, высокий, короткий, толстый и тощий великие старейшины, которые обладали необычайным статусом, улыбнулись и кивнули Чуфыну. Хотя они ничего не говорили, они продемонстрировали свое признание Чуфына. Однако, к удивлению толпы, Сяньюэнь и его отец снова прибыли во дворец древней эпохи. Это стало большой неожиданностью для эльфов древней эпохи. С темпераментами Сяньюэнь и его отца им должно было быть невозможно вернуться сюда. Могло ли быть, что их натура, наконец, изменилась к лучшему? Об этом думали великие присутствующие персонажи. В конце концов, это было единственным способом объяснить их действия, поскольку они не могли придумать другую причину, по которой эта пара отца и сына отпустила бы свое достоинство, чтобы вернуться сюда снова. После того, как все прибыли, алчный бессмертный вышел вперед, отдал честь королю эльфов и сказал: «Ваше Величество, из-за того, что есть важное дело, о котором нужно позаботиться, мой старший брат должен был отбыть прошлой ночью. Я знаю, я уверен, что безмерный бессмертный доверил тебе некоторые вопросы, алчный бессмертный. Теперь тебе делать то, что следует», — сказал король эльфов. «Ваше Величество, это на самом деле именно то, что алчный бессмертный хотел упомянуть сегодня», — сказал алчный бессмертный. «Алчный бессмертный, может быть что-то не так?» Король эльфов был очень умным. Из тона алчного бессмертного он определил, что случилось что-то плохое. «Ваше Величество, когда мы с моим старшим братом делали пожирающие кровь доспехи, мы сделали их индивидуально для принцессы Мямиа и молодого мастера Юэня. Но теперь принцесса Мямиа хочет войти в пожирающую кровь убивающую формацию с Чуфыном. Я боюсь, что это не выйдет, потому что пожирающий кровь доспех может быть надет только молодым мастером Юэнем, а не Чуфыном», — сказал алчный бессмертный. «Что, на самом деле так? Почему мы не слышали об этом от безмерного бессмертного?» После того, как алчный бессмертный сказал те слова, толпа начала воодушевленно обсуждать это дело, и многие выразили свое сомнение. «Ты лжешь, что касалось Сянь Мямиа», даже она тут же набросилась на алчного бессмертного. На ее лице было недоверие. «Это на самом деле так? Этот алчный бессмертный не имеет смелости лгать всем здесь. Если милорды не верят мне, я могу вытащить пожирающий кровь доспех и заставить маленького друга Чуфына лично проверить его. Поскольку маленький друг Чуфына также королевский мировой спиритист от метки дракона, я уверен, что он сможет сказать, лгу я или нет», — сказал алчный бессмертный. «Я могу попробовать», — спокойно кивнул Чуфын. На самом деле в момент, когда он увидел прибытие Сянь Юэня, он знал, что что-то случится сегодня. Причиной этого было то, что все знали, что они собрались здесь снова потому, что Чуфын и Сянь Мямиа получили бы пожирающие кровь доспехи. Логично, что должно быть невозможно, чтобы Сянь Юэнь желал лично засвидетельствовать это. Когда даже обычные люди не хотели бы свидетельствовать что-то вот так, как мог такой узкомыслящий мужчина, как Сянь Юэнь, желать этого? Однако мало того, что Сянь Юэнь пришел, у него также не было ни малейшего следа гнева или недовольства на его лице. Это было так, как будто ничего не случилось вчера. Кроме того, взгляд, которым он смотрел на Чуфына, как будто обладал некоторым злорадством. Чуфын знал, что они пришли подготовленными. Кроме того, ему удалось разгадать, что их план был чем-то, что сделано с алчным бессмертным. В конце концов, он и алчный бессмертный были врагами. Таким образом, было бы резонно для алчного бессмертного объединиться с Сянь Юэнем и его отцом. Что касалось Чуфына, то, что нужно было делать ему сейчас, это разрушить их схему и обратить их красивую мечту в ничто. «Маленький друг Чуфын, пожалуйста, взгляни», — алчный бессмертный достал два пожирающих кровь доспеха. Пожирающие кровь доспехи были в самом деле очень особенными. Они были сделаны полностью из темно-красных насекомых. Что касалось тех насекомых, они были все одинакового размера, с половину пальца и овальной формы. Хотя те жуки уже были использованы в доспехах, они все были на самом деле живы. Кроме того, Чуфын мог ощутить, что два пожирающих кровь доспеха были очень необычайными. Глава 1903. Провокация алчного бессмертного. То, что сказал алчный бессмертный, верно. Эти два пожирающих кровь доспеха в самом деле обладают мастерами. Кроме того, они, соответственно, принцесса Мямиа и молодой мастер Юэнь, после того, как проверил пожирающие кровь доспехи, сказал Чуфын толпе. Как это могло быть? В этот момент многие люди проявили угнетенные выражения. В сложившихся обстоятельствах они все хотели, чтобы Чуфын,
Они Сянь Юэнь сопровождали Сянь Мямиа в пожирающую кровь убивающую формацию. Ублюдок, кто сказал, что ты мог принять собственное решение сделать эти пожирающие кровь доспехи индивидуальными для Сянь Юэня и меня? Вы получили наше согласие. В этот момент Сянь Мямиа была настолько в ярости, что ее маленькое лицо стало красным от гнева, и она вспыхнула из-за алчного бессмертного на месте. Мямиа, не будь грубой, сказал король эльфов. Принцесса Мямиа, пожалуйста, подавите свой гнев. Это дело не связано со мной. Это было решение, принятое моим старшим братом. Однако, принцесса Мямиа, пожалуйста, не вини также моего старшего брата. Тогда никто из нас не ожидал, что внезапно появится маленький друг Чуфэн. Мы думали, что ты и молодой мастер Юэнь будете теми, кто пойдет вместе. Поэтому он вздохнул. Все, что я говорю, бесполезно. Я уже ничего не могу изменить в этой ситуации. Если принцесса Мямиа желает винить кого-то, пожалуйста, вини меня. Со звуком путь толчный бессмертный наполовину преклонил колено к земле. Хотя его действие могло казаться праведным, многие люди чувствовали, что он действовал только притворно. На самом деле, когда Чуфэн заявил, что те два пожирающих кровь доспеха были индивидуальными, алчный бессмертный уже разразился радостью. Причина этого была в том, что это означало, что его техники мирового духа были чрезвычайно сильны и ему удалось обмануть Чуфэна. В этот момент, хотя Сянь Юэнь и его отец не имели никакой физической реакции, они были также несравненно рады в своих сердцах, особенно, когда они вспоминали, каким нестерпимо высокомерным и внушающим благоговение был Чуфэн прошлой ночью, они чувствовали себя еще более освеженными. Причина этого была в том, что они, наконец, смогли увидеть, как Чуфэн был побежден. Прямо в этот момент Чуфэн вдруг сказал: «Мямиа, не волнуйся, хотя эти два пожирающих кровь доспеха были в самом деле приготовлены для тебя и молодого мастера Юэня, мне просто нужно слегка изменить тот, что приготовлен для молодого мастера Юэня, чтобы быть способным надеть его». А после того, как слова Чуфэна были сказаны, не упоминая Сянь Юэня и его отца, даже Сянь Мямиа и другие эльфы древней эпохи были поражены. «Чуфэн, то, что ты сказал, реально?» — спросила Сянь Мямиа в чрезвычайно взволнованной манере. «Конечно, ничего сложного», — улыбнулся и кивнул Чуфэн. Однако алчный бессмертный тут же сказал: «Маленький друг Чуфэн, ты не должен действовать безрассудно. Эти пожирающие кровь доспехи – вещи, созданные моим старшим братом через многодневные усилия. Я знаю их характеристики лучше всего. Сейчас, когда они завершены, если ты изменишь их по своей собственной инициативе, ты заставишь пожирающий кровь доспех потерять свою полезность. Даже если ты сможешь успешно надеть его, пожирающий кровь доспех не сможет защитить тебя в пожирающей кровь убивающей формации. В это время какая польза будет от того, что ты войдешь в пожирающую кровь убивающую формацию? Ты бы просто отбросил свою жизнь. Это было так, будто он уже приготовился к этому». Сянь Мямиа была ошарашена, услышав эти слова. Несмотря на то, что она хотела рассердиться, она не знала, как это сделать. Причиной этого было то, что она не могла выяснить, было ли сказанное алчным бессмертным правдой или нет. Было бы одно, если бы то, что сказал алчный бессмертный, было неправдой. Однако если бы то, что он сказал, было правдой, разве Чуфэн не играл бы со смертью, войдя в пожирающую кровь убивающую формацию, нося пожирающий кровь доспех? Это была ответственность, которую Сянь Мямиа не могла вынести, чем-то, что никто из присутствующих людей не мог вынести. Таким образом, в этот момент это больше не было вопросом беспокойства Сянь Мямиа и принцессы Лин Юэ. Вместо этого, четыре великих старейшины, так же как защитники, были также сильно обеспокоены. В тот момент только два человека остались спокойными. Это были Чуфэн и король эльфов. Чуфэн был чрезвычайно уверен в себе и нисколько не встревожен. Что касалось короля эльфов, он не сказал ни слова, и он тоже казался очень спокойным и собранным. Его расслабленная внешность была такой, как будто он наслаждался шоу. Чуфэн снова улыбнулся, а затем сказал: «Я думаю, что, алчный бессмертный, ты слишком обеспокоен. С этим пожирающим кровь доспехом не так сложно разобраться, как ты представляешь. Тебе не нужно беспокоиться, я могу разобраться с ним сам», — сказал Чуфэн. «Маленький друг Чуфэн, ты мне не доверяешь?» — спросил алчный бессмертный. «Доверять тебе? Как мне доверять тебе? Это правда, что пожирающие кровь доспехи были индивидуализированы для принцессы Мямиа и молодого мастера Юэня. Однако они не были индивидуальными с самого начала. Вместо этого они были изменены прошлой ночью», — сказал Чуфэн. «Чуфэн,
какое значение за твоими словами?» — спросил с озадаченным выражением алчный бессмертный. «Какое значение? Ты должен сам знать лучше. Они были изменены тобой прошлой ночью. Что касается цели твоих действий, я уверен, что только ты и молодой мастер Юэнь знаете». «Нет», — холодно улыбнулся Чуфэн, бросив взгляд на Сянь Юэня. «Чуфэн, не обвиняй меня ошибочно», — закричал Сянь Юэнь. «Чуфэн, я знаю, что у тебя есть предубеждение против меня, однако ты не должен клеветать на меня вот так». «Нет, я алчный, всегда тот, кто прямок и праведный в поведении. В таком случае, как насчет того, чтобы мы пошли и нашли безмерного бессмертного и попросили его проверить это?» — сказал Чуфэн. «Это, естественно, было бы лучше, но у моего старшего брата есть важное дело, о котором нужно позаботиться. Он не сможет вернуться сейчас в королевство эльфов», — сказал алчный бессмертный. «Королевские мировые спиритисты Святой Земли воинственности не ограничены только тобой, но и безмерным бессмертным. Мы можем пойти и найти другого королевского мирового спиритиста отметки дракона, чтобы оценить эти пожирающие кровь доспехи», — сказал Чуфэн. «Чуфэн, естественно, не потратил бы на самом деле время, чтобы найти кого-то другого для оценки пожирающих кровь доспехов. Он сказал это только ради публичного разоблачения алчного бессмертного». Алчный бессмертный посмотрел на Чуфэна и сказал уверенно: «Чуфэн, если ты действительно желаешь найти кого-то, чтобы оценить их, я, естественно, смогу сопровождать тебя, чтобы найти кого-то. Однако это не значит, что я высокомерен, но даже если ты сможешь найти другого мирового спиритиста, они не обязательно смогут определить, были ли они изменены лучше меня. В конце концов, я, алчный бессмертный, тренировался в техниках мирового духа больше 5000 лет. И ты, как долго ты тренировался в техниках мирового духа, что делает тебя квалифицированным спрашивать меня? Ты в самом деле думаешь, что ты можешь игнорировать все, только потому что ты королевский мировой спиритист отметки дракона? Позволь мне сказать тебе, даже среди королевских мировых спиритистов отметки дракона будет разница в силе. Конечно, есть разница в силе. Однако я хотел бы напомнить тебе, что твоя позиция среди королевских мировых спиритистов отметки дракона вообще невысокая», — сказал Чуфэн с улыбкой. «Чуфэн, ты действительно дерзкий. Как часть молодого поколения, это так ты говоришь с твоим старшим», — закричал алчный бессмертный. «Это должно зависеть от того, с каким старшим я разговариваю. Для старшего, который хочет убить тебя, в то время как у вас нет никаких обид или ненависти с ним, все ради его собственных личных выгод, позволь мне спросить, какое отношение следует мне иметь, когда говорю с такого рода старшим», — сказал Чуфэн с сияющей улыбкой и насмешливым тоном. «Чуфэн, ты смотришь свысока на мои техники мирового духа? Поскольку ты такой высокомерный, ты посмеешь соревноваться против меня?» Алчный бессмертный не ответил на вопрос Чуфэна. Вместо этого он бросил вызов Чуфэну. Он не ответил на вопрос Чуфэна, потому что, в конце концов, он был неправ. «Соревноваться? Соревноваться снова? Ты думаешь, ты вообще квалифицирован сражаться против Чуфэна? Возьми зеркало и посмотри на себя. Затем спроси себя, квалифицирован ты соревноваться против Чуфэна или нет?» Сянь Мямия указала на алчного бессмертного и сказала по слову за раз. После того, как Сянь Мямия сказала те слова, многие из присутствующих людей показали облегчение на лицах. Он сказал то, что они хотели сказать. В то время как было правдой, что алчный бессмертный был старшим Чуфэна, была разница, как между небом и землей в моральном характере их двоих. Алчный бессмертный был недостоин быть старшим Чуфэна. Глава 1904. Ситуация оборачивается плохо. «Чуфэн, ты смеешь принять мой вызов?» — снова спросил алчный бессмертный. «Алчный бессмертный, ты, несмотря ни на что, старший. Пожалуйста, принимай во внимание свои слова и действия, чтобы не позорить себя», — сказала холодно принцесса Линьюэ. «Принцесса Линьюэ, ты не понимаешь, этот старик в настоящее время защищает свое достоинство как мировой спиритист. Иначе я не буду иметь лица, чтобы продолжать существовать в Святой Земле воинственности». Алчный бессмертный защищал свои действия. «Лица, кто-то вроде тебя нуждается в лице. Ты должен знать свое собственное поведение и дела лучше всего. Я могу также сказать тебе правду. Если бы не тот факт, что безмерный бессмертный настаивал,
чтобы привести тебя помогать ему в создании пожирающего кровь доспеха. Наше королевство эльфов никогда не связало бы себя с кем-то вроде тебя, сказала Сянь Мямия без малейшего следа вежливости. Независимо от того, насколько толстокожим мог быть алчный бессмертный, он был на грани того, что не мог терпеть такое отрытое унижение от Сянь Мямия. Его цвет лица стал пепельным, и его выражение стало чрезвычайно гадким. Таким образом, он повернулся к Чуфэну и снова сказал: «Чуфэн, ты мужчина или нет? Ха-ха-ха». Чуфэн не ответил и вместо этого рассмеялся. «Над чем ты смеешься?» — громко спросил алчный бессмертный. «Я бестолковый. Почему вещи, происходящие сегодня, так сильно напоминают то, что случилось вчера?» Когда Чуфэн сказал, он бросил взгляд на Сянь Юэня. Вчера, когда Сянь Юэнь бросил вызов Чуфэну, у него было такое же отношение, как у алчного бессмертного. Однако в конце концов он потерпел сокрушительное поражение. То, что Чуфэн имел в виду под теми словами, было то, что алчный бессмертный в конечном итоге пострадал бы от того же заключения, что и Сянь Юэнь. «Хаймым, я знал, что ты не посмеешь». Видя, что Чуфэн отказался принять его вызов даже сейчас, алчный бессмертный холодно улыбнулся. Затем он бросил взгляд на толпу и сказал: «Принцессы, молодые мастера, милорды, вы все видели это. Техники мирового духа Чуфэна просто уступают моим собственным. Его вопрошание к моему решению – просто клевета на мое имя. Алчный, я никогда не упоминал, что я не стану», – сказал Чуфэн. «Ты говоришь, что ты будешь соревноваться со мной?» – спросил алчный бессмертный. «Соревноваться, конечно, мы должны соревноваться. Если мы не будем соревноваться, ты не узнаешь, как слаб ты на самом деле. Однако если мы должны соревноваться, тогда мы должны установить некоторые условия. Просто я боюсь, что ты не посмеешь принять их», — сказал Чуфэн. «Какая шутка, чтобы я не осмелился принять. Какое условие?» «Говори», — сказал алчный бессмертный. «Мы должны поставить наши жизни». «Ты посмеешь принять?» — сказал Чуфэн. «Что ты сказал? Ты хочешь поставить на кон свою жизнь со мной?» Алчный бессмертный был поражен, услышав эти слова. Первоначально он планировал использовать это, чтобы напугать Чуфэна. Никогда еще он не думал, что Чуфэн использовал бы это условие, чтобы напугать его. На самом деле в этот момент присутствующая толпа была совершенно поражена. Что за ситуация это была? Неважно, какой огромной ненависть между Чуфэном и алчным бессмертным могла быть, не должно было быть нужды ставить свои жизни в соревновании по техникам мирового духа. Нет, с нынешней силой Чуфэна он был просто способен использовать его собственное боевое развитие, чтобы убить алчного бессмертного. Ему просто не нужно было рисковать так. Или могло быть, что Чуфэн в самом деле обладал достаточной уверенностью в том, что был способен превзойти алчного бессмертного даже в техниках мирового духа. У толпы появились всевозможные домыслы, однако в то же время они все имели совершенно новый уровень уважения к Чуфэну. Смелость этого молодого человека была просто слишком удивительной. «Конечно, давай соревноваться. Я посмотрю, как ты смог бы превзойти меня», — закричал алчный бессмертный. Он принял условия Чуфэна. «Очень хорошо. Как ты хочешь соревноваться? Ты решаешь». Чуфэн передал ответственность за решение субъекта соревнований алчному бессмертному. «Хе, тебе не нужно говорить мне, чтобы я решил. Как твой старший, естественно, что я решаю». Алчный бессмертный не оценил жест Чуфэна. Однако его слова заставили толпу качать головами. У него действительно не было поведения старшего. При сравнении его с Чуфэном поведение Чуфэна во всех делах казалось лучше, чем у алчного бессмертного. «Я установлю формацию, и ты попытаешься прорвать ее. Ты будешь делать то же самое и установишь формацию, чтобы я попытался прорваться. Не больше 6 часов могут быть использованы, чтобы установить формацию. Не больше 1 часа может быть использовано, чтобы прорвать формацию. Если ты не можешь прорвать мою формацию, это будет твоим проигрышем. Если я не смогу прорваться через твою формацию, это будет моим проигрышем», — сказал алчный бессмертный. «Что? 6 часов, чтобы создать формацию, и 1 час, чтобы пробить ее? Как можно прорваться сквозь нее?» Услышав то, что сказал алчный бессмертный, члены толпы были поражены. Правила, которые он дал, были поистине слишком необоснованными. Однако по сравнению с другими Чуфэн только слегка улыбнулся. С его безразличным выражением на лице он сказал: «Что, если мне удастся прорваться через твою формацию, но ты не сможешь прорвать мою? Это означало бы, что я алчный, хуже тебя. Я публично встану на колени на месте и назову тебя дедушкой», — обиженно сказал алчный бессмертный. Несмотря на то, что он был удивлен Чуфэном,
Когда Чу Фэн решил сделать ставками их жизни, он все еще был абсолютно уверен в себе. «Очень хорошо. Пошли», Чу Фэн слегка улыбнулся и указал алчному бессмертному начинать. «Дворцовый зал слишком маленький. Пошли наружу», холодно фыркнул алчный бессмертный и начал вылетать наружу. Чу Фэн следовал за ним. Другие во дворцовом зале также полетели за ними. В этот момент великие персонажи все стояли в небе. Их взгляды были яркими, и их выражения были серьезными. Хотя они, эльфы древней эпохи, обладали чрезвычайно сильной боевой силой, их техники мирового духа были обычно средними. Чтобы королевские мировые спиритисты отметки дракона соревновались и их жизни были на кону, они знали, что это было великим шоу, которое нельзя было пропустить. Свист, 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 свист. Внезапно алчный бессмертный начал действовать. Его руки начали двигаться туда-сюда. Когда его руки дали рождение ветрам, ярко-золотая и ослепительная королевская сила мирового духа отметки дракона была под его контролем. Он устанавливал формацию, очень могущественную великую духовную формацию. В то время как эта великая духовная формация была защитной формацией, она была определенно необычной защитной формацией. Эта великая формация была разделена на 81 меньшую формацию, однако даже маленькие формации покрывали несколько тысяч метров каждая. С 81 меньшей формацией, пересекающими друг друга, они создали эту огромную формацию, которая покрыла несколько десятков тысяч метров. Алчный бессмертный был в самом деле достоин быть мировым спиритистом выше по рангу, чем бессмертный мировой спиритист и белобровый бессмертный среди 10 бессмертных. Его техники мирового духа были в самом деле чрезвычайно основательными. Однако даже для него, чрезвычайно сильного мирового спиритиста, все еще требовалось в общей сложности 6 часов, чтобы установить эту огромную духовную формацию. Он закончил свою духовную формацию именно на отметке 6 часов. «Чу Фэн, иди и попытайся прорвать ее», — сказал алчный бессмертный, указав на огромную духовную формацию, сияющую золотым светом позади него. Уверенность наполняла его престарелое лицо. «Это, как прорвать эту формацию?» Увидев эту формацию, эльфы древней эпохи начали хмуриться. Несмотря на то, что ни один из них не обладал хорошими навыками техник мирового духа, они могли сказать, что духовная формация алчного бессмертного была особенно полезной против техник мирового духа. Другими словами, было бы чрезвычайно просто прорвать формацию боевой силой. С развитием Чу Фэна это было так же просто, как махнуть рукавом. Однако если нужно было использовать техники мирового духа, это было бы чрезвычайно сложно, так сложно, что это было просто невозможно. В самом деле презренный, в этот момент великие персонажи эльфов древней эпохи, которые обычно были очень спокойными, не смогли сдержаться и начали явно презирать алчного бессмертного. Алчный бессмертный заявил, что 6 часов были бы временным ограничением, чтобы установить формацию. Кроме того, просто так случилось, что он закончил установку своей духовной формации за 6 часов. Очевидно, он уже планировал это заблаговременно. Чу Фэн был слишком беспечным. Он не должен был позволять этому алчному бессмертному давать ему условия. Посмотрите на это сейчас, этот алчный бессмертный обладает преимуществами повсюду. В этот момент взгляд принцессы Линьи мерцал. У нее было обеспокоенное выражение на лице. С ее точки зрения ситуация была чрезвычайно плохой для Чу Фэна. Глава 1905. Сдвиг неба и земли. Старшая сестра, что не так? Эту духовную формацию правда так сложно прорвать? Видя, что ее старшая сестра действовала в такой манере, Сянь Мямия стала даже более обеспокоенной. Сложно, чрезвычайно сложно. Хотя я вообще не владею техниками мирового духа так искусно, как королевские мировые спиритисты отметки дракона, я могу сказать, насколько сильна эта духовная формация. Не упоминая часа, даже если будет дано 20 часов, никто не смог бы прорвать ее с помощью техник мирового духа. Это просто нерушимая духовная формация, сказала принцесса Линьюэ. А, старшая сестра, что нам тогда делать? Придумай способ. Услышав эти слова, Сянь Мямия сразу стала крайне обеспокоенной. Соревнование на этот раз было отличным от того, что было вчера. Если бы Чу Фэн был побежден, ему пришлось бы умереть. Эту духовную формацию невозможно прорвать. Для Чу Фэна просто невозможно выиграть против алчного бессмертного. Единственное, что он может сделать, это создать духовную формацию,
которую алчный бессмертный не сможет прорвать и навязать ничью», — сказала принцесса Линье. «Может ли Чуфэн это сделать?» В этот момент Сянь Мямиа посмотрел на Чуфэна. Хотя она была чрезвычайно уверена в боевой силе Чуфэна, она не знала, насколько сильны его техники мирового духа. «С силой Чуфэна это должно быть возможно. Просто я боюсь, что после того, как это дело закончится в ничью, алчный бессмертный не захочет оставить это так и будет продолжать настаивать на том, чтобы снова соревноваться», — сказала принцесса Линье. «Я не дам ему возможности сделать это. Если этот матч закончится ничьей, я тут же выгоню этого алчного бессмертного из нашего королевства эльфов», — сказала Сянь Мямиа. «Им-им», — кивнула принцесса Линье. Это было также тем, о чем она думала. «Маленький друг Чуфэн, ты должен быстро приступить к работе. В конце концов, у тебя есть только один час, чтобы сломать эту формацию». В этот момент, видя, что Чуфэн стоял там неподвижно, защитник королевства эльфов не смог сдержаться и окликнул Чуфэна. Только в тот момент толпа заметила, что алчный бессмертный уже начал отмерять время. Почему Чуфэн все еще не пытался сломать формацию? Ха-ха. В этот момент алчный бессмертный слегка засмеялся. Он насмешливо сказал: «Ты сдался, потому что ты знаешь, что ты не можешь сломать формацию». «Неправильно». Однако Чуфэн покачал головой. Он медленно подошел к алчному бессмертному и сказал: «Это твоя духовная формация, что-то, что я могу прорвать в долю секунды. Таким образом, почему я должен быть нетерпелив, чтобы сломать ее?» «Что ты сказал? Ты просто бесстыдно хвалишься». Услышав те слова, алчный бессмертный был сильно разозлен. Он обладал абсолютной уверенностью в своей духовной формации. Не упоминая Чуфэна, он не побоялся бы, даже если ему пришлось соревноваться с его старшим братом в этой формации. И все же Чуфэн сказал такую вещь. Чуфэн просто оскорбил его. Таким образом, как он мог не быть зол? На самом деле это был не только алчный бессмертный. Даже Сянь Мямиа и другие были ошеломлены словами Чуфэна. В такое время, как Чуфэн мог быть таким спокойным и хвастаться алчному бессмертному вместо того, чтобы поспешно пытаться прорвать формацию? Было не время хвастаться. «Бесстыдно хвалюсь, ха-ха». Чуфэн снова улыбнулся. Он сказал: «Я дам тебе увидеть, хвастаюсь я или нет». Свист. После того, как слова Чуфэна покинули его рот, он внезапно поднял руку. Затем из ладони Чуфэна вылетел золотой свет. Как острый меч, он выстрелил точно в эту широкую духовную формацию. Бум. После того, как этот золотой свет пронзил духовную формацию, это обширное, казалось бы, нерушимая духовая формация мгновенно рухнула бесчисленными ослепительными золотыми огнями, которые рассеялись в воздухе. Небеса, что именно произошло? Что именно происходит здесь? В этот момент, не говоря уже об алчном бессмертном, Сянь Юэне и его отце, даже Сянь Мямиа и другие были ошеломлены. Интересно, в этот момент единственным человеком, который все еще мог сохранять спокойствие и собранность, был король эльфов. Однако он показал редкое удивленное выражение в его глазах. «Чуфэн, ты прорвался через эту духовную формацию, но эту духовную формацию было явно чрезвычайно сложно сломать. Как тебе удалось сделать это?» Сянь Мямиа предстала перед Чуфэном и спросила с несравненным любопытством. Она была очень взволнована, потому что Чуфэн превзошел ее воображение. «Верно, Чуфэн. Как тебе удалось это сделать? Это просто невероятно!» Также подбежала принцесса Линье. На самом деле взгляды практически всех были брошены на Чуфэна. Они все желали знать ответ на этот вопрос. Первоначально все они считали, что ситуация для Чуфэна была настолько плохой, что даже лучшее окончание было ничьей. Они действительно никогда не ожидали, что Чуфэн сможет так легко прорваться через духовную формацию алчного бессмертного. Это стало причиной того, что они были чрезвычайно ошеломлены. Чуфэн не сразу ответил им. Вместо этого он посмотрел на алчного бессмертного. Только тогда он обнаружил, что цвет лица алчного бессмертного стал бледным, как у трупа. Кроме того, он безостановочно качал головой и бормотал себе: «Невозможно, это невозможно, невозможно». Толпа посмотрела в сторону взгляда Чуфэна и увидела нынешнее выражение алчного бессмертного. В то же время они невольно раскрыли холодные улыбки на своих лицах. Причина этого заключалась в том, что текущая реакция алчного бессмертного была просто как небо от земли, далеко от прежнего гордого и высокомерного поведения. Толпа была в состоянии насладиться этим явным контрастом.
духовная формация, которую установил алчный бессмертный раньше, была из древней эпохи. Она называется духовной техникой формации блокирующей цепи. Как следует из ее названия, использование этой духовной формации не защищает от нападений боевой силы. Вместо этого она особенно используется, чтобы защититься против техник мирового духа. Другими словами, чрезвычайно сложно использовать техники мирового духа, чтобы прорвать эту духовную формацию. Кроме того, когда алчный бессмертный установил духовную формацию, он использовал множество кусков камней мирового духа отметки дракона, чтобы увеличить обороноспособность его духовной формации. Это сделало эту духовную формацию даже тверже, почти невозможной для разбиения, сказал Чу Фэн. Если бы это было так сложно, как тебе удалось сломать ее? С любопытством спросила Сянь Миамиа. Позвольте мне объяснить это, в этот момент перебил король эльфов. Услышав эти слова, толпа обратила свои взгляды на короля эльфов. Хотя духовная формация алчного бессмертного чрезвычайно редкая, маленькому другу Чу Фэну удалось увидеть ее насквозь с одного взгляда. Таким образом, когда алчный бессмертный раскидывал мозгами, чтобы установить духовную формацию, маленький друг Чу Фэн уже устанавливал духовную формацию, чтобы пробить его духовную формацию. Кроме того, техники мирового духа Чу Фэна на самом деле удивительные. Перед тем, как алчный бессмертный даже закончил устанавливать его духовную формацию, маленький друг Чу Фэн уже тихо закончил устанавливать свою собственную духовную формацию и скрыл ее в своей ладони. Поэтому случилась эта сцена раньше, сказал король эльфов. Так вот что случилось. Это действительно невообразимо. Толпа пришла к внезапному осознанию после того, как услышала, что сказал король эльфов. Раньше они были сосредоточены на алчном бессмертном, устанавливающем свою духовную формацию все время, и просто не обращали внимания на то, что Чу Фэн делал. Никто никогда не представлял себе, что алчный бессмертный уже был обречен на поражение в тот момент, когда он начал создавать свою духовную формацию. Но духовная формация, которую алчный бессмертный установила, была такой великой и обширной. Как могла духовная формация, которую Чу Фэн установил, прорвать его духовную формацию, в то время как была скромной? Спросила Сянь Миамиа в смущенной манере. То, что Миамиа сказала, верно. С такой сильной формацией, даже если кто-то хочет прорвать ее, ему следует использовать очень обширную и великую духовную формацию. Как маленькому другу Чу Фэну удалось украдкой скрыть его формацию в его ладони. После того, как Сянь Миамиа задала этот вопрос, другим также стало любопытно. Поэтому я сказал, что техники мирового духа маленького друга Чу Фэна в самом деле изумительные. Когда король эльфов сказал те слова, он смотрел на Чу Фэна и улыбался. Чу Фэн вернул улыбку. Он создал свою духовную формацию чрезвычайно изобретательно. Если бы он не наблюдал за ним внимательно, никто не мог обнаружить, как он устанавливал. И все же король эльфов обнаружил это. Это означало, что король эльфов все время обращал на него пристальное внимание. Невозможно. Это моя духовная формация происходит из древней эпохи. Это что-то, что я получил из пережитков древней эпохи. Даже мой старший брат не обязательно мог прорвать мою духовную формацию. Как мог ты совершить это? В этот момент алчный бессмертный постоянно качал головой. Он не мог принять этот факт. Я также считаю, что людей, которые знают об этой духовной формации, немного. Однако это действительно неудачное совпадение для тебя. Так случилось, что я один из тех немногих, кто знает об этой духовной формации. Кроме того, просто так случилось, что я знаю метод пробить ее, который даже ты не знаешь, сказал Чу Фэн с сияющей улыбкой. Как это могло быть? Ты, с твоим юным возрастом, как ты мог так много знать? Как мог ты понять такую сильную духовную формацию? У алчного бессмертного было унылое выражение. Он был очень ошеломлен. Ему потребовалась целая сотня лет обучения, чтобы понять духовную формацию, которую он установил. Он сделал все это ради того, чтобы она была полезна ему в соревнованиях против других мировых спиритистов. Также из-за этой духовной формации он был так уверен. Причина этого была в том, что он знал только о том, как установить эту духовную формацию, а не как прорвать ее. Таким образом, он думал, что она нерушимая. Таким образом, как мог Чу Фэн, молодой человек, которому было только за 20, знать о его духовной формации и даже духовную формацию,
чтобы прорвать его духовную формацию, которой было бы даже сложнее овладеть. Глава 1906. Стоя на коленях, просит о прощении. Алчный бессмертный, тебе еще рано вздыхать в удивлении. Дальше, пора тебе сломать мою формацию. Столкнувшись с паническим выражением алчного бессмертного, улыбка Чуфэна нисколько не уменьшилась. Когда он говорил, он сел посреди воздуха, сцепил руки и закрыл глаза. Что Чуфэн делает? Разве не предполагается, чтобы он устанавливал свою духовную формацию? Изначально многие люди думали, что Чуфэн собирался устанавливать свою духовную формацию, и с большим нетерпением ждали этого. Однако после того, как Чуфэн сел, он стал неподвижным. Кроме того, после того, как он начал сидеть, он сидел целых 2 часа, как будто он уснул. Это сделало толпу чрезвычайно озадаченной и смущенной тем, что Чуфэн делал. Мог ли он действительно уснуть? Сделано. Однако после того, как прошли 2 часа, Чуфэн не только открыл свои глаза, он также встал с улыбкой на лице. Сделано? Что сделано? Явно ничего не сделано, нет? Толпа огляделась вокруг, но не смогла найти никакой духовной формации. Что именно Чуфэн сделал? Казалось, он не сделал ничего, кроме как поспал 2 часа. И все же, хотя он ничего не сделал, почему он сказал «сделано»? Могло ли быть, что Чуфэн собирался отбросить соревнования и дать алчному бессмертному шанс? Но у него не должно было быть причин делать это. Они двое были врагами. Чуфэн должен был зудеть от желания убить алчного бессмертного. Таким образом, как он мог отказаться от соревнования для алчного бессмертного? Чуфэн, ты намеренно тратишь мое время? На самом деле даже алчный бессмертный был чрезвычайно смущен. Хотя он был чрезвычайно потрясен тем, что Чуфэн прорвал его духовную формацию, он не уступил Чуфэну. В конце концов, у него также была возможность прорваться через духовную формацию Чуфэна. Однако что за ситуация это была? Чуфэн просто не установил никакой духовной формации. Таким образом, как ему предполагалось прорвать духовную формацию. Вот почему он сказал, что Чуфэн тратил его время. Трачу время? Нет, пора тебе попытаться прорвать мою духовную формацию. Когда Чуфэн говорил, он открыл свои ладони, которые были сложены вместе. Бус в этот момент с мерцанием появился ослепительный золотой свет. Это была золотая сфера. Она была размером только с гусиное яйцо. И все же, она мерцала озаряющим золотым светом, как яркое солнце. Может ли это быть духовной формацией, которую Чуфэн установил? Почему она такая маленькая? Сянь Мямя и другие были сбиты с толку. По сравнению с духовной формацией, которую установил алчный бессмертный, та, которую установил Чуфэн, была просто слишком крошечной в сравнении. Это духовная формация, которую Чуфэн установил. Хе, смешно. Хотя я не знаю никаких техник мирового духа, я все равно могу сказать, что эта духовная формация не может выдержать ни одного дуновения. Начал холодно смеяться Сянь Юэнь. Сянь Юэнь был ошеломлен, что Чуфэн мог разбить духовную формацию алчного бессмертного. Несмотря на то, что он все еще стоял посреди воздуха, он чувствовал, как будто он падал в бесконечную бездну, не имея возможности когда-либо выйти из этого затруднительного положения. Однако в тот момент, после того, как увидел духовную формацию Чуфэна, ему удалось снова увидеть надежду. Однако после того, как алчный бессмертный увидел золотую сферу, он стал неподвижным, как будто он окаменел. Он был полностью ошеломлен. Алчный бессмертный, чего ты стоишь? Может быть, ты также можешь разбить мою формацию в мгновение? Спросил Чуфэн с сияющей улыбкой. Он совершенно издевался над алчным бессмертным. Причина этого заключалась в том, что он знал, что алчный бессмертный не мог сломать его духовную формацию. Алчный бессмертный, твоя очередь. В этот момент Сянь Юэнь стал нетерпеливым и позвал алчного бессмертного, чтобы напомнить ему. Причина, по которой он это делал, заключалась в том, что он не желал, чтобы алчный бессмертный проиграл. Он уже проиграл Чуфэну в соревновании талантов. Если бы алчный бессмертный также проиграл Чуфэну в соревновании техник мирового духа, все, что они планировали сегодня, было бы разрушено. Кроме того, вместо этого они снова продемонстрировали бы, как силен был Чуфэн. Хаймым, конечно же, у них есть отношения друг с другом. В этот момент Сянь Мямя и принцесса Линьюэ, так же как некоторые защитники, бросили косой взгляд на Сянь Юэня. В этот момент практически все люди из королевства эльфов желали,
чтобы Чу Фэн победил. Причина этого было то, что они глубоко не любили алчного бессмертного. И все же, в такое время Сянь Юэнь имел отличную ото всех них реакцию и стоял на стороне алчного бессмертного. Это, естественно, стало причиной того, что впечатление толпы о Сянь Юэне ухудшилось. Алчный бессмертный, о чем ты думаешь? Быстро разбей эту формацию. В этот момент у Сянь Юэня не было души, чтобы заботиться о том, что о нем думали другие. Причина этого была в том, что несмотря на то, что он напомнил алчному бессмертному, алчный бессмертный все еще стоял там неподвижно, как будто он был ошеломлен. Это заставило Сянь Юэня чувствовать себя чрезвычайно тревожно. Тут прямо в этот момент алчный бессмертный встал на колени в воздухе и сказал Чу Фэну: «Маленький друг Чу Фэн, я проиграл. Я признаю свое поражение. Пожалуйста, пощади мою жизнь. Пожалуйста, пощади мою жизнь». Все члены толпы были ошеломлены этой сценой. Что это была за ситуация? Духовная формация Чу Фэна была просто маленькой золотой сферой. Как она могла привести алчного бессмертного к такому состоянию, заставить его на самом деле признать свое поражение? Что касалось Чу Фэна, его выражение оставалось неизменным, как будто он ожидал это с самого начала. Несмотря на то, что эта его духовная формация была размером только с гусиное яйцо, ее было даже сложнее прорвать, чем духовную формацию, которую прежде установил алчный бессмертный. Даже Чу Фэн, который знал способ сломать свою формацию, все равно нашел бы тяжелым для себя сломать эту духовную формацию. Таким образом, не нужно было упоминать, как сложно это было бы для алчного бессмертного, который даже не знал способа прорвать его духовную формацию. «Алчный бессмертный, ты в самом деле бесстыдный. Мы согласились поставить наши жизни. Ты открыто принял это условие тогда. Кроме того, раньше я дал тебе власть решать правила соревнования. Я уже уступил тебе достаточно. Поскольку ты побежден, ты должен полностью принять это и с честью выполнить свое обещание. Но каков смысл твоих действий прямо сейчас?» – спросил Чу Фэн. «Маленький друг Чу Фэн, я был действительно неправ. Раньше я думал только о личной выгоде. Я больше никогда этого не сделаю. Это все пожитки, которые я приобрел в своей жизни. Все мои богатства здесь. Маленький друг Чу Фэн, пожалуйста, пощади мою жизнь. Пожалуйста, дай мне шанс начать с нового листа». Когда алчный бессмертный говорил, он вытащил 3 пространственных мешка. Кроме того, все еще стоя на коленях, он подполз к Чу Фэну и с жалким и низким видом презентовал 3 пространственных мешка Чу Фэну. Чу Фэн без обиняков принял 3 пространственных мешка и начал проверять их. Он был действительно потрясен, проверив 3 пространственных мешка. Что содержалось в тех 3 пространственных мешках? Это было на самом деле даже больше пространственных мешков. Каждый из его 3 пространственных мешков содержал несколько сотен пространственных мешков. Сложив все пространственные мешки, они на самом деле насчитывали в общей сложности 1836 пространственных мешков. Сокровища, содержащиеся в этом множестве пространственных мешков, были ослепительным составом. Можно было сказать, что там было немного всего. Было даже много чудес природы, которые были нужны Чу Фэну. Просто эти чудеса природы не содержали много природной энергии. Таким образом, они не были очень полезны для нынешнего Чу Фэна. Тем не менее, кроме чудес природы, все еще было много других сокровищ, включая много незавершенного императорского оружия. Надо сказать, что алчный бессмертный действительно собрал много сокровищ в течение своей жизни. Просто он даже не ожидал, что сокровища, которые он бессовестно собирал в своей жизни, сокровища, которыми он попирал свою собственную репутацию, чтобы собрать их, были бы все собраны Чу Фэном. «Эти вещи мои, для начала. В конце концов, после того, как ты умрешь, твои пожитки, естественно, должны стать моими». Хотя Чу Фэн спокойно принял 3 пространственных мешка, он не планировал пощадить алчного бессмертного. Кто-то вроде алчного бессмертного был слишком ненавистным и не мог быть пощажен. Иначе он вызвал бы бесконечные проблемы. «Чу Фэн, пожалуйста, пощади меня. Я признаю, что я изменил пожирающие кровь доспехи. Но я сделал это все потому, что я был вынужден сделать так. Я не хотел делать это. Это было из-за него. Он был тем, кто вынудил меня сделать это». Когда алчный бессмертный говорил, он указал своим пальцем на отца Сянь Юэня. «Алчный, ты, что за ерунду ты несешь?» Увидев эту сцену, отец Сянь Юэня начал паниковать. Он действительно не ожидал, что алчный бессмертный будет таким презренным. Мало того, что он боялся смерти, он ради выживания даже на самом деле донес на него: «Сянь Дафэн, не действуй глупо. Это явно ты дал мне инструкцию сделать все это. Я сделал это только потому, что ты согласился
дать мне выгоды. Ты и твой сын завидуете таланту маленького друга Чуфына. И ты, ради того, чтобы помочь своему сыну, решил заставить меня заманить в ловушку маленького друга Чуфына. Ты в самом деле презренный и недостоин быть защитником королевства эльфов. Однако алчный бессмертный не боялся отца Сянь Юэня вообще. Мало того, он даже достал нефритовый кулон, который отец Сянь Юэня подарил ему прошлой ночью. Алчный бессмертный высоко поднял нефритовый кулон. Затем он взглянул на толпу и сказал: «Милорды, я не лгу. Это то, что Сянь Дафын дал мне. Он пообещал мне, что как только мне удастся позаботиться о Чуфыне, он одарит меня огромными выгодами сегодня». Мало того, что алчный бессмертный донес на отца Сянь Юэня, он даже начал добавлять детали к истории. Было ли это правдой или нет, он сказал это все. Кроме того, он переложил всю ответственность на отца Сянь Юэня. Глава 1907. В ярости до состояния кровавой рвоты. Ты. В этот момент отец Сянь Юэня не мог даже говорить должным образом. Он почти сошел с ума от гнева. Он на самом деле никогда не ожидал, что алчный бессмертный был бы таким бесстыдным. Это явно он, алчный бессмертный, пришел к нему. И все же сейчас он свалил всю вину на него. Под эффектом своего яростного гнева, отца Сянь Юэня стошнило полным ртом крови. Он был разъярен алчным бессмертным до состояния кровавой рвоты. Хаймым, ты все еще притворяешься? Ты действительно отличный актер. Хотя ты можешь казаться праведным, человек, который на самом деле является самым предательским, это ты. Однако алчный бессмертный не только не был затронут тем отцом Сянь Юэня, которого стошнило кровью, он даже начал насмехаться и высмеивать его. Ты, алчный, ты проклятый презренный ублюдок. В этот момент отец Сянь Юэня был наполнен сожалением. Он сожалел о том, как глуп он был, будучи переполненным эмоциями прошлой ночью, и что дал этот нефритовый кулон алчному бессмертному. «Я убью тебя!» В гневе отец Сянь Юэня выстрелил взрывным ударом ладони алчного бессмертного. Тут же бьющая через край боевая сила хлынула к алчному бессмертному. Увидев, что ситуация была плохая, алчный бессмертный закричал: «Ваше Величество, пожалуйста, спаси меня!» Он хотел найти убежище у короля эльфов, однако король эльфов полностью проигнорировал его. На самом деле, никто не беспокоился о нем. Все смотрели на него холодными взглядами. Бах! Таким образом, после приглушенного взрыва алчный бессмертный превратился в кровь, которая окропила землю. Он был убит ударом ладони отца Сянь Юэня. Ни один из присутствующих не почувствовал жалости о смерти алчного бессмертного. Вместо этого они все раскрыли выражение облегчения на своих лицах. Кто-то вроде алчного бессмертного в самом деле заслуживал смерти, или он остался бы только бедствием, продолжая он жить. Боевой император 6-го ранга. Разумеется, я правильно догадался. В этот момент Чуфын обнаружил, что развитие отца Сянь Юэня было развитием боевого императора 6-го ранга. У него было такое же развитие, как у Наньгун Лунцзяня. Однако Чуфын уже не был тем человеком, каким он был раньше. Даже когда он сталкивался с боевыми императорами 6-го ранга, он не боялся бы их. Несмотря на то, что он не мог одолеть их, он обладал способностью сражаться против них. Если коротко, для боевого императора 6-го ранга было бы не так просто убить Чуфына. А в остальном Чуфын чувствовал, что отец Сянь Юэня мог не обязательно иметь намерение сделать что-то ему. В конце концов, сейчас он был бессилен, чтобы защитить себя. Король эльфов обернулся к отцу Сянь Юэня и спросил: «Как ты объяснишь это дело?» «Мое объяснение будет бесполезным. Это дело в самом деле связано со мной. Однако это не относится к Юэню». Отец Сянь Юэня на самом деле признал это спокойно. На самом деле это был лучший вариант, который он мог выбрать. Если бы он признал свое преступление, он, самое большее, был наказан. Королевство эльфов не убило бы его ради постороннего вроде Чуфына. Однако если бы он отказался признать свое преступление, тогда его не только высмеивали, смотрели на него свысока и указывали другие, даже его сын Сянь Юэнь пострадал бы от такой же судьбы. «Ты действительно разочаровал меня. Твоя позиция защитника должна быть передана Сянь Луну. Что касается тебя, иди и войди в закрытую тренировку, чтобы покаяться за свои действия. Тебе не разрешено выходить следующую сотню лет», — сказал король эльфов. Услышав те слова, отец Сянь Юэня был ошеломлен. Если говорить об этом приятно, это было бы сотни лет закрытой тренировки. Если говорить неприятно, это было бы сотни лет домашнего ареста. Никто не думал, что король эльфов даст отцу Сянь Юэня такое суровое наказание. Когда наказание было объявлено королем эльфов, даже Сянь Мямиа и Сянь Линьюи были ошеломлены. Да, тем не менее, у отца Сянь Юэня не было выбора,
кроме как кивнуть головой. Затем он обернулся и ушел. Король эльфов не беспокоился, что он убежал бы, потому что он знал, что у отца Сянь Юэня не было смелости сделать это. Кроме того, ради его сына он не сбежал бы. Таким образом, у него не было выбора, кроме как выполнить наказание, дарованное королем эльфов. После того, как это закончилось, король эльфов почувствовал себя виноватым за то, что Чу Фэн неоднократно страдал от рук их эльфов древней эпохи по прибытии в королевство эльфов. Таким образом, он лично устроил пир, чтобы развлечь Чу Фэна. Просто на этом празднике не было других людей, кроме Чу Фэна и короля эльфов. «Ваше Величество, можете быть вы готовы рассказать мне о делах древней эпохи?» — спросил Чу Фэн. Чу Фэн жаждал той эпохи, золотого века боевого развития. Это была эра, которая была ему больше всего любопытна. «Маленький друг Чу Фэн, ты не первый, кто спрашивал меня о древней эпохе. Просто я не могу ответить на этот вопрос. Древняя эпоха действительно слишком далека. Хотя эльфы древней эпохи существовали с древней эпохи, мы не помним вещей древней эпохи и не обладаем никакой информацией относительно древней эпохи», — сказал король эльфов. «Так вот оно что. Казалось бы, что древняя эпоха в самом деле тайна», — вздохнул Чу Фэн. «В самом деле, это тайна. Однако все тайны когда-нибудь будут разгаданы», — сказал король эльфов. «Ваше Величество, ты думаешь, что все эксперты из древней эпохи в самом деле вымерли?» — спросил Чу Фэн. «Не обязательно», — король эльфов покачал головой. Затем он сказал: «Путь боевого развития бесконечен. Хотя нам кажется, что мы можем вызвать ветер и призвать дождь здесь, всякий раз, когда я смотрю на ночное небо, я чувствую себя глядящим на широкое небо со дна колодца. Причина этого в том, что я знаю, что над этим огромным небом есть больше экспертов боевого развития. Просто они эксперты, которые полностью превосходят наше воображение. Если бы они были описаны как боги, тогда мы были бы просто смертными в сравнении. Подумай об этом. Когда мы, смертные, можем жить 10 тысяч лет различными способами, богам не должно быть трудно жить несколько десятков или даже сотен тысяч лет», — сказал король эльфов. После того, как он услышал, что сказал король эльфов, у Чу Фэна появился совершенно новый уровень уважения к нему. Он мог сказать, что король эльфов действительно был великим дальновидным мыслителем. «Ваше Величество, может быть, ты чувствуешь, что во внешнем мире есть больше экспертов боевого развития?» — спросил Чу Фэн в зондирующей манере. «Я не только так чувствую. Скорее, я уверен. Кроме того, там должно быть много. Если мир, в котором мы живем, это огромное звездное небо, тогда местом нашей святой земли воинственности в этом огромном звездном небе было бы». Когда он произнес эти слова, король эльфов внезапно протянул палец и положил его перед Чу Фэном. Чу Фэн внимательно посмотрел на его палец и обнаружил, что на нем было пятно пыли. «Пыль?» — спросил Чу Фэн. «Верно. Если мы хотим сравнить себя с огромным звездным небом, наша святая земля воинственности была бы только пятном пыли», — сказал король эльфов. «Ваше Величество действительно человек отличных представлений», — сказал Чу Фэн. «Маленький друг Чу Фэн, ты знал, что я думал о единственном человеке, когда увидел тебя», — сказал король эльфов. «О ком?» — спросил Чу Фэн. «Цин Сюаньтянь», — сказал король эльфов. «Цин Сюаньтянь?» — Чу Фэн был удивлен. «В самом деле, Цин Сюаньтянь, я встречал его прежде, когда я был ребенком. В то время мне было всего 10 лет. Из-за того, что у меня были достойные таланты, я закончил обучение боевому развитию раньше, чем другие дети. В то время у меня были безграничные надежды на боевое развитие. Кроме того, человек, которым я восхищался больше всего, был король эльфов того времени. Он был королем эльфов, который, как говорили, был самым сильным королем эльфов в истории эльфов древней эпохи», — сказал король эльфов. «Сильнейшим?» — Чу Фэн был потрясен. «Верно, сильнейшим. Однако, Цин Сюаньтянь твоей человеческой расы одолел моего идола. Он победил сильнейшего короля эльфов в истории эльфов древней эпохи. Он победил человека, которого мы, эльфы древней эпохи, считали всемогущим богом», — сказал король эльфов. В то время практически все эльфы древней эпохи обрушились от потрясения. «Это было так, будто нас отбросили с алтаря богов в мир смертных, как будто мы потеряли всякую уверенность в одно мгновение и вступили в состояние замешательства. Однако я был единственным, кто этого не сделал». «Ты знаешь, почему?» — спросил король эльфов Чу Фэна. Глава 1908. «Из другого мира». «Почему?» — спросил Чу Фэн. «Потому что с того дня мой кумир сменился на Цин Сюаньтяня», — сказал король эльфов. «Это». Чу Фэн почувствовал себя очень удивленным. Он не ожидал, что король эльфов древней эпохи, великий эксперт номер один в святой земле воинственности, на самом деле думал о Цин Сюаньтяне, человеке, как о кумире. В этот момент Чу Фэн смог представить себе, каким потрясающе сильным был Цин Сюаньтянь тогда. Иначе,
Как мог он подавить нынешнего короля эльфов? Цин Сюаньтянь был повелителем эпохи. Он был также единственным настоящим повелителем в моих глазах. Он не только спас святую землю воинственности, но и спас нас, эльфов древней эпохи. Он всеобщий благодетель. Даже более позднему поколению не следует забывать о той огромной благодати, которую он нам даровал. Однако из-за того, что король эльфов тогда был побежден руками Цин Сюаньтяня, и наши эльфы древней эпохи должны были разделить множество наших бессмертных прудов древней эпохи с разными расами в соответствии с соглашением, заключенным до матча, это заставило многих наших товарищей по клану почувствовать глубокую вражду к Цин Сюаньтяню. Тем не менее, была и часть из нас, эльфов древней эпохи, которые очень одобряли Цин Сюаньтяня. Причина этого в том, что было правдой то, что эльфы древней эпохи были чрезвычайно высокомерными и чрезмерными во многих отношениях. То, что сделал Цин Сюаньтянь, было справедливым. Именно потому, что среди нас, эльфов древней эпохи, были те, кто признал Цин Сюаньтяня, так же как те, кто хранил глубокую враждебность против него, это привело к тому, что наши эльфы древней эпохи с того времени имели дружеские, но все же антагонистические отношения с ним. И теперь я вижу тень Цин Сюаньтяня на тебе, маленький друг Чуфэн. И я не хочу иметь отношения с тобой как с другом, так и с врагом. Я хочу быть другом, а не врагом маленького друга Чуфэна, сказал король эльфов. То, что ваше величество сказал, именно то, что этот Чуфэн думает. Чуфэн поднял свою чашу с вином для тоста. Король эльфов поднял свою собственную чашу вина и чокнулся с Чуфэном с улыбкой. Двое мужчин наслаждались тем, что разделили чаши вина. Однако король эльфов не был удовлетворен. Он сказал: чаша слишком маленькая, неудовлетворительно пить из нее. Давай сменим ее на большую миску. В ответ Чуфэн сразу поднял винный кувшин и сказал: давай пить прямо из него. Ха-ха, то, что маленький друг Чуфэн говорит, верно. Хорошо, давай пить из винных кувшинов. Король эльфов также взял винный кувшин. Несмотря на то, что боевые практики были очень сильными, оставалось, что вина могли опьянять их. Причина этого заключалась в том, что вина в мире боевого развития были особенными. Тем не менее, оба мужчины были способны пить. В течение ночи они выпили несколько десятков кувшинов вина и все еще не были в состоянии опьянения. Не нужно было упоминать Чуфэна. Он был невосприимчив к ядам. Когда даже яды не могли заставить его окочуриться, как могло вино сделать это? Что касалось короля эльфов, то похоже, что он не обладал специальной конституцией. Скорее, он просто обладал превосходной способностью к алкоголю. Причина этого была в том, что он отличался от Чуфэна. Поскольку Чуфэн был невосприимчив к ядам, он не пострадал даже после того, как выпил все это вино. Что касалось короля эльфов, хотя он не был пьян, его цвет лица стал красным, и он стал более разговорчивым. Было ясно, что он был затронут алкоголем. Однако для Чуфэна это было чем-то хорошим. Причина этого состояла в том, что это позволило бы королю эльфов общаться с ним без каких-либо ограничений. Маленький друг Чуфэн, что касается внешнего мира, я не смогу туда добраться. Однако я знаю, что ты определенно пойдешь туда однажды. Если ты сможешь пойти туда, можешь ты помочь мне найти одного человека? Спросил король эльфов. Найти человека? Выражение Чуфэна изменилось. Затем он спросил: найти кого? Мать Мяо-Мяо, сказал король эльфов. Мать принцессы Мяо-Мяо. Глаза Чуфэна засияли, когда он услышал те слова. Он подумал про себя, что за этим должна быть история. Таким образом, Чуфэн не продолжал спрашивать. Вместо этого он посмотрел на короля эльфов. Он ждал, что король эльфов объяснит ему. Поскольку король эльфов уже упомянул об этом, он определенно рассказал бы Чуфэну всю историю. Ты знаешь, почему я уверен, что во внешнем мире есть боевые практики? Это потому, что мать Мяо-Мяо из внешнего мира, сказал король эльфов. Принцесса Мяо-Мяо и принцесса Линьюэ не были рождены от одной матери? Спросил Чуфэн в удивленной манере. Это то, во что все верят, однако на самом деле это не так. Что касается этой тайны, это то, о чем знаем только я и мать Линьюэ. И сейчас ты тоже знаешь об этом, сказал король эльфов. В этот момент Чуфэн не смог сдержать себя и спросил: ваше величество, что именно происходит? Он должен был спросить короля эльфов. В конце концов, внешний мир был бы местом, где была бы его будущая экспедиция. Король эльфов не пытался ничего скрывать и начал рассказывать Чуфэну, что случилось тогда. Оказалось, что в то время мать принцессы Линьюэ была беременна ребенком короля эльфов. Однако,
после того, как она была беременна этим ребенком всего месяц, ее беременность стала крайне нестабильной. Было очень возможно, что у нее был бы выкидыш. В то время великие старейшины королевства эльфов все советовали королю эльфов позволить природе идти своим чередом. В конце концов, если этот ребенок был бы рожден с таким слабым телом, он не смог бы стать способным человеком в будущем. Таким образом, было бы лучше, если бы природа пошла своим чередом. Однако король эльфов был упрям. Он был настроен спасти своего ребенка. Таким образом, он искал нескольких самых сильных мировых спиритистов в Святой Земле Воинственности. Он хотел их помощи в спасении его ребенка. Кроме того, ради поиска лекарственной травы он бросил вызов опасностям и отправился в запретную территорию Святой Земли Воинственности номер один, сферу богов. Сферу богов? Ваше Величество был в сфере богов? Чуфен был очень потрясен. Я в самом деле был там, кивнул король эльфов. Однако разве они не говорили, что сфера богов – это место, в которое нельзя войти, что зайди туда кто-то, он был бы определенно убит, и что даже если бы выжил, он не мог жить больше, чем месяц. Неужели слухи были ложными? – спросил Чуфын. Причина, по которой он спрашивал об этом, состояла в том, что сфера богов была местом, куда он всегда хотел пойти, но у него никогда не было возможности это сделать. Слухи верны. Внутри сферы богов есть особый вид патогена. Если кто-то будет затронут им, они определенно умрут. Кроме того, все те, кто войдет в сферу богов, будут затронуты этим патогеном. С такого рода патогеном, все, кто ниже уровня развития боевого императора, будут точно убиты, будь они затронуты ими. Однако для боевых императоров и выше, есть способ вылечить их. Конечно, только королевские мировые спиритисты отметки дракона способны вылечить этот патоген, сказал король эльфов. Так вот оно что. В таком случае, что произошло потом? Спросил Чуфын. Я не смог найти лекарственную траву. Однако я наткнулся на самого незабываемого человека за всю свою жизнь, сказал король эльфов. Была ли это биологическая мать принцессы Миамиа? Спросил Чуфын. Имым, кивнул король эльфов. Он сказал, это дело немного сложное. Таким образом, я пропущу детали. Короче говоря, в то время как она забеременела моим ребенком, она не пожелала оставаться здесь. Таким образом, она использовала свои способности переместить ребенка в ее чреве в утробу моей жены. Кроме того, она также назвала этого ребенка. Что касается этого ребенка, это было Миамиа. В этот момент Чуфын, казалось, понял, почему Сянь Миамиа обладала таким огромным талантом. Оказалось, что она также была ребенком, рожденным от кого-то из внешнего мира. «Как ты узнал, что она была из внешнего мира?» – спросил Чуфын. Она сказала это. Кроме того, ее сила была невообразимо могущественной. Когда она захотела уйти, я просто не мог совсем остановить ее. Упомянув это дело, король эльфов принял беспомощное выражение. В этот момент Чуфын был удивлен. Когда даже великий индивид номер один в Святой Земле Воинственности чувствовал себя таким бессильным, казалось бы, что мать Сянь Миамиа была наверняка необычным человеком. Были ли эксперты из внешнего мира действительно так сильны? В этот момент Чуфын начал все больше стремиться к внешнему миру. Если коротко, Миамиа не принадлежит этому месту, она принадлежит внешнему миру. Кроме того, если моя догадка верна, ты должен быть таким же. Причина этого в том, что сила, которой ты обладаешь, также не что-то, что принадлежит Святой Земле Воинственности, сказал король эльфов, глядя на Чуфына. В этот момент Чуфын улыбнулся. Он колебался, раскрыть ли его происхождение королю эльфов или нет, думая о том, как король эльфов упомянул ему такой секрет, который означал, что он сильно доверял ему. Чуфын решил, что он также сказал бы королю эльфов о его происхождении. Чуфын, я уверен, что твое происхождение – твой секрет. Таким образом, тебе не нужно говорить мне об этом. В конце концов, мне это не любопытно. Все, что я знаю, это то, что ты не из этого пруда. Рано или поздно ты полетишь во внешний мир. Что касается моей Миамиа, она такая же, как ты. Хотя я никогда не был во внешнем мире, я могу представить себе, насколько опасно это место. Таким образом, я надеюсь, что ты сможешь присмотреть за Миамиа от моего имени и помочь ей найти ее мать после вхождения во внешний мир с ней, сказал король эльфов. Принцесса Миамиа также не знает об этом деле? Спросил Чуфын. Она еще не знает об этом. Однако рано или поздно она узнает об этом, сказал король эльфов. В таком случае, ты знаешь, как войти во внешний мир? Спросил Чуфын. Глава 1909. Средства,
чтобы стать тщеславным. Я также не уверен, как войти во внешний мир. Тем не менее, я чувствую, что независимо от того, может ли кто-то войти во внешний мир или нет, это не связано с его развитием. Скорее, это связано со сферой богов, сказал король эльфов. Сферой богов? Этот момент взгляд Чуфына начал слегка мерцать. Затем он сказал: казалось бы, что я должен буду проследовать в сферу богов. Чуфын, тебе лучше не пытаться еще идти туда, сказал король эльфов. Почему? Спросил Чуфын. Опасности этого места наиболее точно превосходит твое воображение. Я знаю, что ты очень силен. Однако лучше, чтобы ты пока не шел туда. Когда представится такая возможность, я пойду вместе с тобой, сказал король эльфов. В таком случае, я должен буду побеспокоить ваше величество, сказал Чуфын. Чуфын, есть еще одно дело, которое ты должен принять к сведению, сказал король эльфов. Что это? Спросил Чуфын. Ты должен быть осторожным с темным залом, сказал король эльфов. Темный зал? Ваше величество, ты знаешь, что именно такое темный зал? Спросил Чуфын. Я не знаю, кто создал темный зал. Однако я уверен, что темный зал очень опасная сила. Прямо сейчас многие из экспертов Святой Земли воинственности присоединились к их лагерю. Например, там бессмертный Иньян, сказал король эльфов. Бессмертный Иньян? Чуфын слышал знаменитое имя бессмертного Иньян. Однако он мало знал об этом бессмертном Иньян. Все, что он знал, что бессмертный Иньян был существом с силой, превосходящей силу белоснежной бессмертной и бессмертного компаса. Маленький друг Чуфын, ты все еще должен помнить белоснежную бессмертную, верно? Спросил король эльфов. Конечно, белоснежная бессмертная, мой благодетель, сказал Чуфын. Маленький друг Чуфын действительно человек, который помнит милости и доброту, показанные тебе. В то время как правда, что белоснежная бессмертная помогла тебе, она также навредила тебе, нет. Это то, что она сказала мне лично. Она упомянула, как она толкнула тебя в чрезвычайно ядовитое море облаков, сказал король эльфов. Ваше величество знаком с белоснежной бессмертной? Спросил Чуфын. Белоснежная бессмертная обладает очень замкнутой личностью. У нее очень мало друзей. Что касается меня, я один из ее немногих друзей, кивнул король эльфов. Ты знаешь, почему белоснежная бессмертная внезапно заявила, что она больше не будет вмешиваться в обиды между тобой и четырьмя великими императорскими кланами в тот момент, когда ты столкнулся с величайшим бедствием? Это на самом деле из-за вмешательства бессмертного Иньян, продолжил король эльфов. Вмешательство бессмертного Иньян? Чуфын начал хмуриться, однако он не выразил слишком большого удивления. В конце концов, темный зал тайно помогал четырем великим императорским кланам позаботиться о нем. Просто Чуфын не знал, какие отношения были между бессмертным Иньян и белоснежной бессмертной. Таким образом, он спросил, может ли быть, что бессмертный Иньян обладает очень близкими отношениями с белоснежной бессмертной. Нельзя сказать, что они очень близкие. Просто когда белоснежная бессмертная была младше, она получила помощь от бессмертного Иньян. Таким образом, даже если она не хотела помогать бессмертному Иньян, у нее не было другого выбора, кроме как сделать это. Кроме того, это также белоснежная бессмертная сказала мне, что бессмертный Иньян присоединился к темному залу. Причина этого состояла в том, что бессмертный Иньян лично пригласил белоснежную бессмертную присоединиться к темному залу. Однако она отказалась. Если моя догадка верна, боевой император шестого ранга, который появился в императорском клане Симэнь в тот день, должен быть бессмертным Иньян, сказал король эльфов. Неудивительно, внезапно Чуфын вспомнил, что те духовные формации, которые связали Бэйли Сюанькуна и других, были чрезвычайно сильными. Даже он не смог быстро убрать их. В это время Чуфын знал, что там был сильный королевский мировой спиритист отметки дракона, помогающий четырем великим императорским кланам. Услышав, что сказал король эльфов, все обрело смысл. Оказалось, что это были действия бессмертного Иньян. Бессмертный Иньян является лишь одним из них. В Святой Земле воинственности еще много других экспертов. Я полагаю, что многие из них уже присоединились к темному залу. Просто я до сих пор не знаю, кто присоединился к темному залу. Действительно, мы находимся на свету, в то время как они в темноте. Однако, как только темный зал решит провести крупномасштабную операцию, все они будут выставлены. Просто я боюсь, что в это время все будут застигнуты врасплох, сказал король эльфов. Люди темного зала однажды заявили, что они будут править святой землей воинственности. Такое завоевание, естественно, приведет к войне. Что касается войн, они, безусловно, станут причиной кровопролития.
со стилем темного зала они могли бы даже навлечь катастрофу на святую землю воинственности, посетовал Чуфэн. Маленький друг Чуфэн, похоже, хорошо осведомлен о темном зале. Может быть, ты знаешь что-то еще о них? Спросил король эльфов. Однажды темный зал пригласил экспертов из Альянса мировых спиритистов присоединиться к ним. После того, как им отказали, они отправили людей уничтожить Альянс мировых спиритистов. К счастью, я прибыл вовремя. Иначе Альянс мировых спиритистов, вероятно, пострадал бы от бедствия, сказал Чуфэн. В таком случае, как Альянс мировых спиритистов сейчас? Заинтересованно спросил король эльфов. Они должны быть в порядке, сказал Чуфэн. Это было бы прекрасно. Темный зал ходит вокруг, приглашая мировых спиритистов. Скорее всего, у них есть какая-то схема. Однако у меня также есть мои люди, ищущие главный штаб темного зала. Поскольку они представляют собой скрытую опасность, я должен как можно скорее устранить их, сказал король эльфов. Ваше величество планирует вести войну против темного зала? Спросил Чуфэн. Как ты сказал, война принесет кровопролитие. Что касается войны, чтобы завоевать святую землю воинственности, это было бы даже большей правдой. Как человек святой земли воинственности, я чувствую, что мы, эльфы древней эпохи, несем ответственность за то, чтобы предотвратить эту войну, сказал король эльфов. Ваше величество, человек праведности, быть готовым принять во внимание простых людей святой земли воинственности, это точно великая удача святой земли воинственности. В этот момент впечатление Чуфэна о короле эльфов немного изменилось. Слухи, которые он слышал раньше, говорили, что эльфы древней эпохи были очень высокомерными и тщеславными. Хотя это было правдой, король эльфов, по крайней мере, отличался от масс. Чуфэн не пытался льстить королю эльфов, говоря эти слова. Скорее, он говорил правду. Было великой удачей святой земли воинственности иметь такого короля эльфов. Чуфэн чувствовал, что возможности темного зала были неизмеримы. Иначе как они могли заставить даже такого эксперта, как бессмертный Инь-Ян, работать на них? Сила, подобная им, скорее всего, обладала силой, которая не уступала трем дворцам. На самом деле они могли быть даже сильнее трех дворцов. В настоящее время единственной силой в святой земле воинственности, которая могла бы подавить их, были эльфы древней эпохи. Кроме того, Чуфэн чувствовал, что причина, по которой темный зал еще не действовал, была не в том, что они боялись трех дворцов, четырех кланов, девять сил и разных рас чудовищных зверей. Скорее, это были эльфы древней эпохи теми, кого они боялись. Маленький друг Чуфэн, ты действительно слишком льстишь мне. Собственно, даже я сам точно не знаю, смогу ли я взять на себя тяжелую ответственность за защиту святой земли воинственности, как старший Цин Сюаньтянь. При этом ты, с другой стороны, должен будешь принять тяжелую ответственность, сказал король эльфов. Что это за тяжелая ответственность? Спросил Чуфэн. Проследить должным образом за моей мямиа, сказал с улыбкой король эльфов. Услышав эти слова, Чуфэн тоже улыбнулся. Затем он сжал кулак в очень серьезной манере и сказал: определенно. Затем Чуфэн вернулся на черную гору пурпурного пламени. В то же время он принес с собой два предмета. Это были два пожирающих кровь доспеха. Поскольку два пожирающих кровь доспеха были изменены алчным бессмертным, Чуфэн должен был их исправить. Кроме того, несмотря на то, что пожирающие кровь доспехи были созданы безмерным бессмертным, Чуфэн все еще чувствовал, что они были несовершенны. Таким образом, он планировал должным образом улучшить их и приблизить их к совершенству. Что касалось этого, это было чем-то, что требовало времени. Таким образом, Чуфэн решил тут же принести два пожирающих кровь доспеха с собой. Кроме того, он назначил встречу с Сянь Мямиа, чтобы встретиться у юго-восточного входа пожирающей кровь убивающей формации. Вернувшись в черную гору пурпурного пламени, Чуфэн обнаружил, что все было в порядке. В конце концов, бессмертный компас был одним из десяти бессмертных. С ним здесь Нань Гунлун Цзянь не имел бы никаких проблем. Чуфэн, твое развитие? Однако, когда Нань Гунлун Цзянь, бессмертный компас и другие увидели Чуфэна, все они были очень потрясены. Причина этого заключалась в том, что Чуфэн не пытался скрывать свое развитие. Таким образом, они смогли обнаружить, что Чуфэн стал боевым императором. «Мне посчастливилось совершить удачный прорыв», — сказал Чуфэн с улыбкой. «Мальчик,
Ты действительно персонаж уровня демона. Скорость, с которой ты достигаешь прорывов, просто богоподобна, неоднократно восклицал бессмертный компас в восхищении. Затем он сказал: казалось бы, у этого старика не будет возможности взять тебя как ученика. Ты персонаж слишком демонического уровня. Даже если ты хочешь, чтобы я стал твоим мастером, я не посмел бы принять тебя как ученика. На самом деле бессмертный компас отказался от того, чтобы Чу Фэн стал его учеником в тот момент, когда он узнал, что Чу Фэн получил все духовные формации, содержащиеся в божественной диаграмме 9 духов. Старший, ты действительно льстишь мне. Если ты продолжишь говорить мне что-то подобное, я стану тщеславным, сказал Чу Фэн с улыбкой. Иди и становись тщеславным. У тебя есть средства, чтобы быть тщеславным, перебила Бай Суянь. В самом деле, даже некоммуникативный Наньгун Лун Цзянь кивал. Будучи похваленным таким образом, Чу Фэн не смог сдержаться и начал улыбаться глупо. Глава 1910. Проливая горькие слезы. В тот момент, когда все говорили и смеялись, Бай Жачинь спросила: Чу Фэн, в таком случае тебе удалось успешно попросить 10-тысячелистный цветок воробьиного хвоста? Это беспокоило ее больше всего. В этот момент выражение бессмертного компаса, Бай Суянь и Наньгун Лун Цзянь стали серьезными. Это было также тем, о чем они беспокоились больше всего. Старший компас – это 10-тысячелистные цветы воробьиного хвоста, верно? Чу Фэн передал пространственный мешок бессмертному компасу. Да, верно. Это 10-тысячелистные цветы воробьиного хвоста. Бессмертный компас был снова потрясен. Затем он спросил: но почему тут так много? В этот момент Наньгун Лун Цзянь с любопытством спросил: много? Как много? Посмотри. Бессмертный компас махнул своим рукавом и вытащил сотню 10-тысячелистных цветов воробьиного хвоста в пространственном мешке. На самом деле так много? В этот момент, не упоминая Бай Жачинь и Бай Суянь, даже Наньгун Лун Цзянь был с изумленным выражением. Причина этого была то, что они могли сказать, что 10-тысячелистный цветок воробьиного хвоста был необычайной лекарственной травой, просто взглянув на нее. Это было точно очень драгоценным сокровищем. Если бы это было сокровищем откуда-то еще, они не были так потрясены. Однако 10-тысячелистные цветы воробьиного хвоста были сокровищами из королевства эльфов. Тогда бессмертному компасу было позволено попросить только единственный 10-тысячелистный цветок воробьиного хвоста, и считалось, что он никогда не смог бы попросить другой. И все же, как Чу Фэну удалось получить так много сразу? Маленький друг Чу Фэн, как именно ты совершил это? Этот старик действительно чувствует себя неполноценным, сказал бессмертный компас в шутливой манере. Чу Фэн, что именно произошло там? Быстро расскажи нам об этом. Мне чрезвычайно любопытно, что ты сделал в королевстве эльфов, что смог получить так много 10-тысячелистных цветов воробьиного хвоста, спросила Бай Жачинь с любопытным выражением на ее лице. Затем Чу Фэн дал простой отчет о том, что произошло в королевстве эльфов им четверым. После того, как они услышали, что случилось, даже Наньгун Лун Цзянь обрел полностью новый уровень уважения к Чу Фэну. Им казалось, что королевство эльфов было не только наполнено высокомерными и тщеславными людьми, были также эльфы древней эпохи, способные стать их друзьями. Просто это зависело как от судьбы, так и от способности. Что касалось короля эльфов, он хотел дружить с Чу Фэном, потому что он высоко ценил способности Чу Фэна. Впоследствии Чу Фэн немедленно начал создавать духовную формацию, чтобы они могли вылечить болезнь Наньгун Лун Цзяня. Эта духовная формация была чрезвычайно сложной, однако с помощью бессмертного компаса все прошло очень гладко. Им даже удалось установить духовную формацию раньше, чем они первоначально предполагали. Эта духовная формация в самом деле чудесная. С моей точки зрения, вместо того, чтобы была возможность, эта духовная формация определенно вылечит болезнь Наньгун Лун Цзяня. В тот момент, увидев Наньгун Лун Цзяня, которого закаляла огромная сила духовной формации, пока он сидел в ней, бессмертный компас раскрыл возбужденное выражение. Эта неизлечимая болезнь на самом деле лечилась сейчас. Любой стал бы взволнован, увидев он это. Чу Фэн, я действительно не знаю, как благодарить тебя. Бай Жачинь стоял рядом с Чу Фэном. Невыразимая радость покрыла ее лицо. Взгляд,
которым она смотрела на Чуфына, была наполнена искренностью и благодарностью. Для нее самым большим желанием не было достижение вершины боевого развития. Скорее, она просто хотела воссоединиться со своей семьей. Однако это ее простое желание всегда было экстравагантной надеждой из-за болезни Наньгун Лунцзяня. В тот момент болезнь Наньгун Лунцзяня лечилась. Что касалось этого, это все было благодаря Чуфыну. Естественно, она была бы чрезвычайно благодарна ему. Какие у нас отношения? Мы друзья, которые вместе прошли испытания и страдания жизни и смерти. Старший Лунцзянь, твой отец. Таким образом, можно сказать, это равносильно тому, что он мой отец. Естественно, я должен вылечить его болезнь, сказала Чуфын с сияющей улыбкой. Он тоже был очень счастлив. Причина этого была очень простой. Он был счастлив, что смог помочь своему другу. В конце концов, Чуфын встал на путь боевого развития и учил техники мирового духа ради защиты своих родственников и друзей, чтобы он мог защитить их безопасность и честь. Все говорят, что у дракона есть запретная перевернутая чешуйка. Что касалось Чуфына, его величайшей запретной перевернутой чешуйкой были безопасность и честь его друзей и родственников, которые ущемлялись. Услышав, что сказал Чуфын, Бай Жачинь больше не говорила. Вместо этого она улыбнулась еще слаще. Бай Суянь также красиво улыбалась рядом с ней. Старший компас, мне нужно пойти и внести поправки в пожирающие кровь доспехи. Мне придется побеспокоить тебя с этой духовной формацией, сказал Чуфын бессмертному компасу. Иди и позаботься о том, что тебе нужно. Хотя я не могу установить эту духовную формацию сам, поскольку она уже установлена, этот старик способен присмотреть за ней, сказал бессмертный компас с улыбкой. Бессмертный компас много улыбался. Первоначально Чуфын думал, что он был человеком со скрытыми намерениями за его улыбками, и чувствовал, что он очень хитрый и предательский человек. В конце концов, в первый раз, когда они встретились, он был одурачен бессмертным компасом. Однако, глядя на улыбку бессмертного компаса сейчас, Чуфын почувствовал тепло. Улыбки бессмертного компаса были на самом деле все от всего сердца. Вероятно, это было тем, что имелось в виду под человеком, который любил улыбаться. После этого Чуфын начал исправлять пожирающие кровь доспехи. После того, как он начал, он не останавливался целых 2 дня. На самом деле 2 дня были крайне незначительными по сравнению с тем временем, что безмерный бессмертный и алчный бессмертный потратили на то, чтобы выковать пожирающие кровь доспехи первоначально. Однако в эти 2 дня Чуфын привел пожирающие кровь доспехи к более высокому уровню совершенства. Он был недалеко от выполнения своей задачи. Чуфын, ситуация плохая. В этот момент Бай Жачинь вбежала в панике. Чуфын встал и спросил, что случилось. В то же время он начал использовать свои глаза небес, чтобы посмотреть наружу для выяснения того, что происходило. Первоначально он думал, что могла случиться проблема с духовной формацией, которая лечила Наньгун Лунцзяня. Однако посмотрев, он обнаружил, что с духовной формацией не было проблемы вообще. Хотя духовная формация, лечащая Наньгун Лунцзяня, была совершенно в порядке, выражение Чуфына все же сильно изменилось. Он тут же положил пожирающие кровь доспехи, над которыми он работал, и полетел к входу в пещеру. Чуфын увидел 2 людей у входа в пещеру. Один из них был самым возвышенным старейшиной императорского клана Наньгун. Что касалось другого человека, это был Цзянушан. Цзянушан должен был вернуться в скрытую долину мира с Дуаньцзида и другими. У него не должно было быть причины появляться здесь. Однако он не только появился здесь, но и появился вместе с самым возвышенным старейшиной императорского клана Наньгун. Чуфын почувствовал, что случилось что-то плохое. Маленький друг Чуфын, ты достиг прорыва? Увидев Чуфына, этот самый возвышенный старейшина императорского клана Наньгун был тут же потрясен. Он знал, что Чуфын мог убивать боевых императоров 3-го ранга тогда, когда он был только наполовину боевым императором 9-го ранга. Сейчас с тем, что Чуфын стал боевым императором 1-го ранга, он сам, боевой император 4-го ранга, был, вероятно, не ровня Чуфыну больше. Однако он не знал, что Чуфын не только достиг прорыва, но и его боевая сила также увеличилась на уровень. Не говоря уже о нем, боевом императоре 4-го ранга, Чуфын мог бы одолеть боевых императоров 5-го ранга, используя он все свои силы. Просто, в этот момент Чуфын очень беспокоился о Цзянушане. Таким образом, он не удосужился обратить внимание на этого самого возвышенного старейшины, и вместо этого прямо предстал перед Цзянушаном. Он положил руки на плечи Цзянушана и спросил с глубокой обеспокоенностью: «Младший брат Ушан, что привело тебя
тебя сюда. Что именно случилось? В этот момент Чу Фэн слегка паниковал. Несмотря на то, что Цзянушан выглядел хорошо, он смог понять, что состояние разума Цзянушана было очень плохим. Старший брат Чу Фэн, я некомпетентен. При виде Чу Фэна лицо Цзянушана начало кривиться. Затем он на самом деле рухнул на месте и начал плакать. Перед всеми он начал проливать горькие слезы. Младший брат Ушан, теперь все в порядке. Скажи мне, что именно произошло? Видя Цзянушана, действующего так, Чу Фэн начал чувствовать себя еще более огорченным. Он знал, что Цзянушан, должно быть, что-то испытал. Иначе тот, кто всегда был сильным, не стал бы действовать так. Глава 1911. Запретная перевернутая чешуйка задета. Что именно случилось? Когда Чу Фэн утешил Цзянушана, он поднял голову и спросил этого самого возвышенного старейшину императорского клана Наньгун. В этот момент взгляд Чу Фэна был слегка острым и наполнен холодом. Он был как острый клинок, который мерцал холодным светом. Причина, по которой Чу Фэн смотрел на этого самого возвышенного старейшину так яростно, была не в том, что он чувствовал, что нынешнее состояние Цзянушана было связано с самым возвышенным старейшиной. Скорее, это было из-за того, что этот самый возвышенный старейшина пытался убить его прежде. Несмотря на то, что они примирились, у Чу Фэна все еще было чрезвычайно плохое впечатление о нем. Особенно теперь, когда его настроение было чрезвычайно плохим, его отношение, естественно, было бы тоже плохим. «Маленький друг Чу Фэн, пожалуйста, не смотри на меня так. Я действительно не знаю, что случилось». Этот маленький друг Цзянушан прибежал к нашему императорскому клану Наньгун и сказал, что он хотел найти тебя, но я не знал, где ты был. Таким образом, я мог только привести его найти Лун Цзяня, поскольку я думал, что Лун Цзянь будет знать, где ты был. Однако у Лун Цзяня много разных мест, которые он использует, чтобы пройти закрытую тренировку. Я искал его во многих местах, прежде чем, наконец, сумел найти его в этом месте. Никогда бы я не ожидал, что ты тоже будешь здесь. Это спасло меня от многих неприятностей. Просто относительно того, что именно случилось, маленький друг Цзянушан не хотел говорить. Таким образом я также не знаю, что случилось. Таким образом тебе следует спросить маленького друга Цзянушана. Увидев зловещий блеск, который раскрывал Чу Фэн, тело этого самого возвышенного старейшины дрожало от страха. Тот, кто был выше и над ним тогда, сейчас чрезвычайно боялся Чу Фэна. Даже его речь становилась робкой и наполненной заиканием. Старший брат Чу Фэн, этот старший действительно ничего не знает. Тебе больше не нужно его спрашивать. Я скажу тебе, что случилось. Цзянушан стер слезы со всего лица. Затем он начал рассказывать Чу Фэну, что произошло. Несмотря на то, что он был очень грустным, он знал, что не время было действовать робко и слабо. Он должен был продолжать быть сильным. После того, как услышал историю Цзянушана, Чу Фэн и другие узнали, что случилось. Оказалось, что после битвы против четырех великих императорских кланов в императорском клане Симэнь из-за того факта, что Дуань Цзида был серьезно ранен, он, вместе с Инь Гунфу, Цзянушаном и другими из скрытой долины мира возвращались сначала в скрытую долину мира. Однако прежде, чем они смогли вернуться в скрытую долину мира, они попали в засаду людей из темного зала. Дуань Цзида и Инь Гунфу были схвачены. Остальные из скрытой долины мира были убиты. Только Цзянушану удалось сбежать. Думая об этом, было очень возможно, что они намеренно позволили Цзянушану сбежать. Иначе, с развитием Цзянушана, как мог он суметь сбежать? В то время Цзянушан был погружен в сметенное состояние ума. Единственным в его разуме было найти Чу Фэна. Причина этого была в том, что он не знал, кто еще, кроме Чу Фэна, мог помочь ему. Кроме того, поскольку он видел, что императорский клан Наньгун пытался пригласить Чу Фэна быть их гостем, он знал, что Наньгун Лун Цзянь был также кем-то из императорского клана Наньгун и был вместе с Чу Фэном. Когда они ушли, он чувствовал, что было очень возможно для Чу Фэна быть в императорском клане Наньгун. Чувствуя беспомощность, он побежал к императорскому клану Наньгун, чтобы найти помощь. На самом деле он также думал, что могло быть катастрофическим действием пойти в императорский клан Наньгун. В конце концов, битва только что закончилась. Если бы он отправился в императорский клан Наньгун, было очень возможным, чтобы он отбросил свою жизнь. Однако в это время он не мог думать ни о чем еще,
кроме поиска Чуфена, и поэтому он проигнорировал свою собственную жизнь. К счастью, люди из императорского клана Наньгун были верны в своем желании примириться с Чуфеном. Таким образом, после прибытия Цзянушана они не только не стали усложнять ему жизнь, они даже отправили самого возвышенного старейшину, чтобы тот лично помог Цзянушану найти Чуфена. Старейшина, большое спасибо за то, что привел сюда Ушана. Я извиняюсь за свое мерзкое отношение к тебе раньше. Чуфен поклонился этому самому возвышенному старейшине. Чуфен был разумным человеком. Он умел отделять благодарность от обид. Несмотря на обиды между ним и этим самым возвышенным старейшиной, он также показал ему признательность, приведя сюда Ушана. Благодарность и обиды могли отменить друг друга. Поскольку отношение Чуфена раньше было крайне плохим, было естественно, что он извинился. Хотя действие Чуфена могло не быть значимым, его полностью увидел бессмертный компас. Быть способным отделять благодарности от обид было качеством человека с характером. Ох, маленький друг Чуфен, ты действительно слишком вежлив. Хотя в прошлом были обиды между нами, они уже в прошлом. Прямо сейчас мы семья. Что касалось этого самого возвышенного старейшины, он очень вежливо улыбался. Причина была в том, что он действительно боялся Чуфена. Это было особенно правдой при мысли о том, как Чуфен был только пиковым наполовину боевым императором в битве, но стал боевым императором первого ранга сейчас. Удивительная скорость, с которой Чуфен достигал прорывов, заставляла его чувствовать бесконечный страх. В тот момент он действительно радовался тому, что Наньгун Лунцзянь появился в тот день и потребовал, чтобы они примирились с Чуфеном. Иначе Чуфен действительно был бы нескончаемой проблемой для них. Младший брат Ушан, старший Дуань Цзида и старший Инь Гунфу были только схвачены. Это не значит, что они умерли. Я думаю, что люди из темного зала захватили их с каким-то умыслом. Они должны быть в порядке сейчас. Во всяком случае, они могли бы сделать так, чтобы потребовать от них присоединиться к темному залу. Старший Дуань Цзида и старший Инь Гунфу умные люди. Я уверен, что они будут знать способы отсрочки, утешил Чуфен Цзянушана. Правда, выражение Цзянушана изменилось. Его выражение, наполненное обвинением самого себя, немного облегчилось. Поверь мне, они должны быть в порядке, сказал Чуфен с улыбкой. Затем Бай Суянь лично подготовила место, чтобы Цзянушан отдохнул. Хотя Цзянушан не был ранен физически, рана его сердца и разума была очень серьезной. Смотреть беспомощно, как люди рядом с тобой были убиты и захвачены, было очень болезненным. Он в самом деле нуждался в должном отдыхе. Этот темный зал, после того как Цзянушан ушел, выражение Чуфена тут же изменилось. Его глаза, которые были изначально спокойны, теперь были наполнены морозом. Он выглядел очень пугающе. Чуфен, что случилось? Бай Жачинь была напугана выражением Чуфена. Если бы темный зал хотел, даже если бы младший брат Ушан не был убит, он не мог сбежать оттуда. Его побег означал, что темный зал, должно быть, преднамеренно позволил ему убежать. Это провокация, провокация темного зала по отношению ко мне, Чуфену. Чуфен крепко сжал кулаки и сказал сквозь стиснутые зубы. Что ты собираешься делать? Спросил Бай Жачинь. Я могу терпеть все, что они бросают на меня. Однако я абсолютно не позволю им навредить близким мне людям. Независимо от того, в безопасности ли два старших или нет, я заставлю темный зал заплатить кровью. Когда Чуфен сказал те слова, он начал излучать жажду убийства. Его жажда убийства привела к тому, что воздух окружающего региона стал ледяным. Казалось, что даже небо собиралось замерзнуть. Видя, что Чуфен действовал так, тело Бай Жачинь начало слегка дрожать. Хотя она одобряла то, как Чуфен разбирался со всем, она должна была признать, что Чуфен перед ней был несколько пугающим. Он был действительно в ярости. Драконы обладали запретными перевернутыми чешуйками. Что касалось запретной перевернутой чешуйки Чуфена, она была задета темным залом. При этом, хотя нынешняя ситуация не была хорошей, хотя Чуфен был чрезвычайно в ярости, Дуань Цзида и Инь Гунфу было не так легко суметь спасти. Во-первых, Чуфен не обладал достаточной силой. Затем, даже если он обладал достаточной силой, он не знал, где был главный штаб темного зала. Таким образом, даже если он хотел спасти их, он не знал, куда идти. Таким образом, Чуфен мог работать только над тем, что ему нужно было закончить прямо сейчас. Это изо всех сил закончить совершенствование пожирающих кровь доспехов и затем изо всех сил контролировать духовную формацию,
чтобы помочь вылечить болезнь Наньгун Лунцзяня. Все это наблюдалось бессмертным компасом. Он также знал все о том, что произошло с Цзянушаном и другими. Хотя Чу Фэн стал чрезвычайно эмоциональным от гнева, он смог приспособиться в мгновение ока. Это заставило бессмертного компаса чувствовать глубокое восхищение Чу Фэном, потому что это было то, что даже он, по его мнению, не смог бы совершить. С усилием Чу Фэна, болезнь Наньгун Лунцзяня, наконец, была излечена. Они преуспели. В этот момент все были вне себя от радости. Это особенно было правдой для Бай Жачинь и ее матери Бай Суянь. Они плакали от радости и были так взволнованы, что не знали, что делать. Что касалось Чу Фэна, он также был очень счастлив. Просто в то время, как он был счастлив, след беспокойства оставался в его глазах. Глава 1912. Пожирающая кровь, убивающая формация. Наньгун Лунцзянь почувствовал, что что-то в психическом состоянии Чу Фэна, казалось, было неладно. Таким образом, он спросил: «Маленький друг Чу Фэн, у тебя что-то есть на уме?» «Чу Фэн, старший Дуань Цзида и старший Иньгун Фу не будут так легко спасены. Ты должен, все же, рассмотреть это дело подробно. Таким образом, тебе лучше не быть слишком нетерпеливым и не вредить своему здоровью». Бай Жачинь думала, что Чу Фэн беспокоился о Дуань Цзида и Иньгун Фу. Однако Чу Фэн покачал головой. Он сказал: «Старший Дуань Цзида и старший Иньгун Фу, естественно, должны быть спасены. Просто прямо сейчас я больше беспокоюсь о безопасности горы бирюзового дерева». В этот момент Наньгун Лунцзянь и другие пришли к неожиданному осознанию. Оказалось, что Чу Фэн беспокоился о горе бирюзового дерева. Однако, подумав об этом, они почувствовали, что для Чу Фэна было правильным беспокоиться. Когда даже Дуань Цзида и другие были пойманы в засаду, было очень тяжело сказать, что люди из горы бирюзового дерева не пострадали бы от той же участи. В этот момент у Наньгун Лунцзяня было выражение самообвинения на лице. Он знал, что Чу Фэн, с его темпераментом, наверное, уже думал об этом. Однако он не проследовал прямиком в гору бирюзового дерева и вместо этого остался здесь на много дней. Наньгун Лунцзянь знал, что Чу Фэн сделал так потому, что он беспокоился о его болезни. «Маленький друг Чу Фэн, я, Наньгун Лунцзянь, пойду и проверю гору бирюзового дерева прямо сейчас. Если гора бирюзового дерева тоже страдает от неожиданного бедствия, даже если мне придется копать на 3 фута под землю, я все равно отыщу этот темный зал и заставлю их заплатить кровью», — сказал Наньгун Лунцзянь с выражением, наполненным серьезностью. Услышав, что сказал Наньгун Лунцзянь, сердце Чу Фэна было тронуто. Сразу же его прежде напряженный ум почувствовал себя намного легче. Это было так, как будто огромный камень, обременяющий его сердце, наконец, упал на землю. На самом деле Чу Фэн мог немедленно отправиться на гору бирюзового дерева после того, как он закончил лечение болезни Наньгун Лунцзяня. Однако Чу Фэн не проследовал на гору бирюзового дерева из-за приближения назначенной Сянь Мямиа даты. Поскольку он сказал, что он поможет, он должен быть верным этому обещанию. Кроме того, самое главное, пожирающие кровь доспехи имели временное ограничение, в течение которого они могли быть использованы. По истечении этого срока насекомые умерли бы. После того, как насекомые умирали, пожирающие кровь доспехи также потеряли бы свою эффективность. Если бы Чу Фэн отправился на гору бирюзового дерева, путешествие туда и обратно заняло бы у него время. Хотя потраченного времени было бы недостаточно, чтобы заставить пожирающие кровь доспехи потерять свою эффективность, не было способа сказать, что они могли пройти в пожирающую кровь убивающую формацию гладко. Если бы они должны были оставаться там некоторое время, и пожирающие кровь доспехи закончили бы тем, что потеряли свою эффективность, пока они оставались внутри, тогда Чу Фэн и Сянь Мямиа определенно умерли бы в пожирающей кровь убивающей формации. Таким образом, Чу Фэн не хотел тратить время, ограниченное пожирающими кровь доспехами. Тем не менее, он также беспокоился о безопасности горы бирюзового дерева. И теперь, когда Наньгун Лунцзянь объявил, что он отправится в гору бирюзового дерева от его имени, Чу Фэн почувствовал облегчение. В конце концов, Наньгун Лунцзянь был боевым императором 6-го ранга, кем-то, кто был намного сильнее, чем он сам. «Спасибо, старший Лунцзянь», — Чу Фэн вежливо сжал кулак. Он выражал свою благодарность от всего сердца. «Маленький друг Чу Фэн, не говори так. Если бы не ты, я скоро был бы мертв. Благодаря тебе я могу получить новый срок жизни. Благодаря тебе я могу продолжить мое боевое развитие. Также благодаря тебе я могу воссоединиться с моей семьей. Таким образом, эта моя жизнь, можно сказать, была дана мне тобой. Благодать,
которую ты показал мне, что-то, за что я не смогу отплатить всю мою жизнь», — сказал Наньгун Лунцзянь. «Старший, ты слишком серьезный. Мало того, что старший спас меня, даже если ты меня не спас, просто благодаря отношениям, которые у меня с Жачинь, я должен приложить все усилия, чтобы помочь вылечить твою болезнь», — сказал Чуфэн. «Достаточно, перестань возбуждать эмоции. Главный приоритет сейчас — определить, в безопасности ли гора бирюзового дерева. Поскольку у маленького друга Чуфэна все еще есть то, что он должен сделать, тебе не нужно идти в гору бирюзового дерева. Просто оставь это дело в руках Наньгун Лунцзяня и меня», — сказал бессмертный компас. Кроме того, когда он говорил, он достал предмет и сказал: «Маленький друг Чуфэн, оставь отпечаток на этом. Если гора бирюзового дерева в порядке, я сообщу тебе об этом». Чуфэн посмотрел на предмет, перед ним и его глаза немедленно засияли. В удивлении он сказал: «Птица золотого мгновения?» Причина его удивления была в том, что то, что бессмертный компас передал Чуфэну, было почти вымершей птицей золотого мгновения. В самом деле, эта вещь, то, для покупки чего я использовал много сокровищ. Увидев, как потрясен был Чуфэн, бессмертный компас кивнул в очень самодовольной манере. Затем Наньгун Лунцзянь и бессмертный компас отправились в гору бирюзового дерева. Они планировали посмотреть, удалось ли людям с горы бирюзового дерева вернуться в гору бирюзового дерева безопасно. Что касалось Бай Жачинь, Бай Суянь и Цзянушина, они продолжали оставаться в Черной горе пурпурного пламени. Хотя Черная гора пурпурного пламени обладала огромным давлением, пещера, в которой они находились, обладала особой духовной формацией, которая убирала это давление. Кроме того, это место было местом, которое практически никто не трудился посещать. Таким образом, это было довольно безопасное место. Тем не менее, чтобы защититься от неожиданного, Чуфэн установил духовные формации снаружи, чтобы полностью спрятать пещеру. После того, как он закончил все это, Чуфэн сразу отправился на назначенную с Сянь Мямиа встречу. Одна из трех великих запретных территорий Святой Земли Воинственности, пожирающая кровь убивающая формация. Пожирающая кровь убивающая формация была очень широкой духовной формацией, которая происходила из древней эпохи. Если смотреть на нее снаружи, она выглядела как огромная гора, покрытая туманом. Она не казалась странной вообще. Тем не менее, в таком известном месте не было ни признака человеческого обитания. На самом деле ни одного дерева и стебля травы нельзя было увидеть снаружи горы. Таким образом, не нужно было упоминать здания или живых существ. Кроме свистящих звуков ветра, это место было настолько мертвенно-тихим, что это было пугающим. Стоя здесь, Чуфэн чувствовал легкий озноб. Это место было действительно достойно быть известным как запретная территория. А прямо в этот момент пара рук внезапно вытянулась из-за Чуфэна и закрыла его глаза. В то же время несравненно мягкий и нежный голос прозвучал рядом с ушами Чуфэна. «Добрый господин, вы хотели бы массаж?» «Конечно, откуда вы хотели бы начать массажировать?» — сказал Чуфэн с сияющей улыбкой. Причиной этого было то, что он сумел догадаться, что это была та девчонка Сянь Мямиа в момент, когда появилась пара мягких маленьких ручек. «Ай, ты такой негодяй!» Услышав, что сказал Чуфэн, Сянь Мямиа тут же убрала свои руки и надула свой маленький ротик. Она смотрела на Чуфэна взглядом, наполненным презрением. «Как это я негодяй?» «Это ты спросила меня, хотел ли я массажа или нет?» «Я путешествовал сюда весь этот путь и в самом деле чувствую себя немного уставшим». «Таким образом, что такого, если я хочу массаж?» — сказал Чуфэн с сияющей улыбкой. По какой-то неизвестной причине, несмотря на то, что он чувствовал себя очень плохо, его настроение улучшилось после того, как он увидел Сянь Мямиа. «Я сказала, что ты негодяй, значит ты негодяй. Почему, блин, ты задаешь все эти вопросы?» — сказала Сянь Мямиа с непреклонным, но милым видом. «Ох ты действительно необоснованно». Чуфэн чувствовал себя беспомощным с Сянь Мямиа. Таким образом, он закончил тем, что вытащил пожирающие кровь доспехи и бросил один ей. «Вот, надень его, давай войдем». Из-за того, что пожирающие кровь доспехи были особенными, не нужно было менять одежду, чтобы носить их. Таким образом, Сянь Мямиа тут же надела пожирающий кровь доспех, который Чуфэн вручил ей. «Вау, он на самом деле так хорошо сидит!» После того, как надела пожирающий кровь доспех, Сянь Мямиа воскликнула в удивлении. Она чувствовала себя такой счастливой, что начала безостановочно кружиться. После внесения поправки в пожирающие кровь доспехи Чуфэном они не только стали хорошо сидеть, их вид также стал намного более красивым. «Я исправил их только для тебя». Таким образом, он, естественно, будет хорошо сидеть, слегка улыбнулся Чуфэн. Затем он также
же надел свой костюм пожирающих кровь доспехов. Удивительно, как и ожидалось от служителя этой принцессы, сказала Сянь Миамиа. С каких это пор я стал твоим служителем? Чу Фэн обнаружил выражение замешательства. Раньше не был, а сейчас стал. Пошли, эта принцесса проведет тебя, чтобы испытать мир и отважиться на опасности пожирающей кровь убивающей формации. Ваа, Сянь Миамиа начала беспорядочно забегать в пожирающую кровь убивающую формацию. Она бросилась в бесконечный туман, что покрывал гору. Увидев, что Сянь Миамиа действовала так, Чу Фэн беспомощно покачал головой. Затем, без колебаний, он бросился за ней. Хотя Миамиа обладала очень большой силой, оставалось, что она не была мировым спиритистом. Таким образом, Чу Фэн беспокоился, что с ней мог случится инцидент. Глава 1913. Ослабление духовной формации. После вхождения в пожирающую кровь убивающую формацию Чу Фэн был глубоко потрясен. Хотя пожирающая кровь убивающая формация, казалось, была наполнена туманом, когда смотришь на нее снаружи, туман исчез в момент, когда они вошли. Однако земля, гора и даже камни стали красными. При взгляде высоко наверх даже небо было красным. Все место было темно-красным. Это было действительно ослепительно для глаз. Пожирающая кровь убивающая формация, ее репутация очень даже заслуженная. Когда Сянь Миамиа увидела эту сцену, она не только не испугалась, она даже выглядела чрезвычайно взволнованной. Она бегала вокруг, как будто наслаждалась туром. Ха-ха, эта девочка вполне по душе этой королеве. Видя Сянь Миамиа, действующую в такой манере, мало того, что ее величество королева не была раздражена, она даже раскрыла взгляд понимания. Не зови ее девочкой все время, это заставляет тебя звучать, как будто ты намного старше, чем она, хихикнул Чу Фэн. Несмотря на то, что Чу Фэн уже стал мужчиной после всех этих лет, у ее величества королевы все еще был вид молодой девушки. Независимо от того, каким темпераментом она обладала, независимо от того, как она безжалостно справлялась с делами, ее молодое и нежное лицо было еще таким же совершенным, как прежде. Оно все еще испускало ощущение безобидности. Несмотря на то, что Чу Фэн видел ее лицо много лет, он все еще глубоко наслаждался им. Ее величество королева сузила глаза и приняла притворный зловещий вид, когда сказала: «Если эта королева упомянула бы свой возраст, ты был напуган до смерти». Однако когда ее глаза формы полумесяца были на ее красивом лице, неважно, как смотреть на это, все равно чувствовалось, что она была чрезвычайно прелестной, и можно было быть очарованным ее красотой. «Да, да, да, миледи королева, самая удивительная». «О, верно, миледи королева, ты хотела бы выйти и насладиться этим красивым красным пейзажем, держась за руки со мной?» — спросил Чу Фэн с сияющей улыбкой. «Тьфу, кто хотел бы держаться за руки с тобой? Иди и гуляй сам. Эта королева пойдет спать». После того, как ее величество королева сказала те слова, она притихла. Хотя Чу Фэн почувствовал себя немного разочарованным, что ее величество королева решила больше не разговаривать с ним, он не чувствовал себя одиноким. В конце концов, рядом с ним была Сянь Миамиа. Рот этой девушки болтал без остановки. Сянь Миамиа осматривала свои окрестности. Затем с любопытствующим выражением она спросила Чу Фэна: «Чу Фэн, скажи, почему это место такое красное?» «Человек, который установил эту духовную формацию, сделал так намеренно, чтобы пугать других». «Пугать других?» Услышав эти слова, Чу Фэн начал улыбаться. Затем он сказал: «Красный цвет этого места вызван кровью. Все это место было окрашено в красной кровью. Кого ты пытаешься обмануть? Если это все кровь, как вышло, что нет вонючего запах крови? Кроме того, кровь станет черной после того, как она высохнет. Как это место по-прежнему остается ярко-красным? Ты думаешь, что только потому, что я неопытная, ты можешь обмануть меня?» — сказала Сянь Миамиа с презрительным выражением. «Вот почему это место удивительно. Кровь здесь не высыхает и не воняет запахом крови. Вместо этого все было запечатано в этом месте. Если ты не доверяешь мне, я могу дать тебе взглянуть». Когда Чу Фэн говорил, он начал устанавливать духовную формацию на месте. Ему удалось установить духовную формацию размером с ноготь. Он положил духовную формацию на кусок камня и закричал: «Откройся!» Чей в одно мгновение эта духовная формация превратилась в рот фонтана, и кровь начала распыляться из него. Кроме того, было так много брызгающей крови, что это выглядело как колонна. После того, как эта духовная формация перестала разбрызгивать кровь, кусок камня, на котором Чу Фэн расположил свою духовную формацию, на самом деле вернулся к виду обычного камня. Причина этого была в том, что кровь была выплеснута из камня и впиталась в землю. Небеса — это на самом деле так,
после того, как она обнаружила, что все вещи в этом месте были окрашены в красной кровью, выражение Сяньмямиа изменилось. Она не была напугана. Скорее, она была чрезвычайно потрясена. Не способная сдержать себя, Сяньмямиа спросила, как много людей умерло здесь. Много. Не только люди, но также чудовищные звери и даже существа, кроме людей и чудовищных зверей, сказал Чуфэн. Как ты узнал это? Спросила Сяньмямиа. Я могу сказать это, взглянув глазами. Хотя вся кровь красная, я могу сказать, что есть существенные различия в характере крови. Для некоторой крови я могу видеть, как сильны были ее обладатели, используя только мои глаза. Это были существа, которые превосходили боевых императоров, сказал Чуфэн. Выше боевых императоров наполовину боевые предки. Могло быть, что в этом месте были эксперты уровня наполовину боевого предка, спросила Сяньмямиа в потрясенной манере. Наполовину боевой предок? Чуфэн, естественно, знала наполовину боевых предках. Это было сферой развития выше боевых императоров. Выше наполовину боевых предков были боевые предки, существа даже более сильные, чем они. Сообщалось, что боевые предки были пределом, который человек мог достичь со своим смертным телом. При становлении боевым предком их плоть становилась невообразимо жесткой. Боевой предок был крайне далекой сферой. Говорилось, что люди в Святой Земле воинственности не могли идти дальше, чем наполовину боевой предок. Тем не менее, кровь здесь действительно превосходила кровь боевых императоров. Возможно, это была кровь наполовину боевых предков. Однако Чуфэн не мог определить это. Но то, в чем он был быть уверен, что действительно были эксперты, которые превзошли боевых императоров, которые здесь умерли. Просто он не мог определить время их смерти. Причина этого была в том, что кровь, запечатанная в этом месте, оставалась полностью свежей. Прямо в этот момент Ее Величество Королева внезапно сказала, сила этой духовной формации ослабела. Она сильно ослабела. В противном случае, с развитием, которым вы двое обладаете, было бы просто невозможно, чтобы вы смогли проникнуть в эту духовную формацию. Яичко, как ты узнала это? Чуфэн был поражен. Хотя его глаза небес были чрезвычайно сильны, он все еще не мог видеть феномен, который Ее Величество Королева упомянула. Если эта духовная формация не была более сильной прежде, как могло так много экспертов умереть здесь? Спросила Ее Величество Королева. Кроме того, запечатывающая формация этого места также очень примечательная. Хотя ты способен извлечь кровь, запечатанную в этом месте, ты не можешь унести ее с собой. Разве это не так? В самом деле, кивнул Чуфэн. То, что сказала Яичко, правда. В то время как он был способен использовать свои собственные формации, чтобы извлечь запечатанную кровь, он не мог использовать свои собственные духовные формации, чтобы унести запечатанную кровь. Причина для этого была в том, что кровь в этом регионе принадлежала пожирающей кровь убивающей формации. Что касалось пожирающей кровь убивающей формации, это было духовной формацией, которая сильно превосходила духовные формации, которые Чуфэн был способен установить. Таким образом, он, естественно, не мог унести кровь от нее. Яичко, какое, по-твоему, существо установило эту духовную формацию? Мог ли это быть бессмертный мировой спиритист? Спросил Чуфэн. Сложно сказать. Поскольку эта духовная формация ослабела до такой степени, я не могу определить силу ее создателя. Ее Величество Королева потрясла головой. Прямо в этот момент Сяньмямиа внезапно спросила с сияющей улыбкой на лице. Чуфэн, ты знаешь о делах, относящихся в этой пожирающей кровь убивающей формации? Я знаю немного. Я слышал, что эта пожирающая кровь убивающая формация происходит из древней эпохи. Кроме того, в ней скрыты сокровища древней эпохи. Ради тех сокровищ древней эпохи, после того, как древняя эпоха прошла, бесчисленные эксперты пытались прорваться в это место, однако никому из них не удалось вернуться. Кроме того, говорят, что ловушки и механизмы этого места чрезвычайно пугающие. Если кто-то запустит их, его тело взорвется, и он умрет. Поэтому эта духовная формация названа пожирающей кровь убивающей формацией, сказал Чуфэн. Все, что ты сказал, это только общие знания. Ты знаешь что-то еще? Спросила Сяньмямиа. Я не знаю. Может, ты знаешь? Спросил Чуфэн. Конечно, Сяньмямиа подняла свою голову вверх. Затем, в самодовольной манере, она сказала. Позволь сказать тебе, пожирающая кровь убивающая формация была раньше запретной территорией Святой Земли воинственности номер один. Даже сфера богов и лунный лабиринт были хуже нее. В это время никто не смел входить в пожирающую кровь убивающую формацию. Причина этого была в том, что это место было действительно местом,
куда можно было войти, но не выйти. Однако со временем сила пожирающей кровь убивающей формации постепенно ослабела. В сложившихся обстоятельствах, не упоминая окрестности, даже самый пугающий регион пожирающей кровь убивающей формации доступен для входа до тех пор, пока мы носим пожирающие кровь доспехи. Подумай об этом, насколько ослабела сила этого места, сказала Сянь Миамиа. Кажется, что ее величество королева была права, Чуфэн убедился в мнении яичка. Причина этого была в том, что то, что Сянь Миамиа только что сказала, подтвердило мнение яичка. Глава 1914. Легенда. И еще кое-что. Многие люди чувствовали, что то, что было скрыто в пожирающей кровь убивающей формации, было сокровищами. Однако реальность иная. Пожирающая кровь убивающая формация на самом деле содержит свирепых зверей из древней эпохи, запечатанных в ней, сказала Сянь Миамиа. Свирепые звери из древней эпохи? То, что ты сказала, правда? Спросил Чуфэн. Да, это правда. Поэтому мы, эльфы древней эпохи, были обеспокоены все время ослабевающей силой пожирающей кровь убивающей формации. Мы были обеспокоены, что она не смогла бы продолжать сдерживать запечатанных свирепых зверей древней эпохи. В конце концов, если бы те яростные звери древней эпохи прорвали пожирающую кровь убивающую формацию, они принесли катастрофу в святую землю воинственности. Причина этого в том, что запечатанные яростные звери древней эпохи такие же, как яростные звери нашей святой земли воинственности. Они не обладают никаким интеллектом и знают только убийство, кровожадность их натура. Однако есть большая разница между свирепыми зверями древней эпохи и свирепыми зверями нашей святой земли воинственности. Это то, что свирепые звери древней эпохи намного более сильные. Они просто не что-то, с чем свирепые звери, которые есть у нас, могут сравниться, сказала Сянь Миамиа. В таком случае, ты говоришь, что святая земля воинственности рано или поздно встретится с катастрофой? Спросил Чуфэн. Верно, святой земле воинственности суждено встретить катастрофу. Тем не менее, я с нетерпением жду этого дня, сказала Сянь Миамиа. Почему? Чуфэн начал слегка хмуриться, когда спросил в очень смущенной манере. Подумай об этом, как интересно было бы убить свирепого зверя древней эпохи, сказала Сянь Миамиа. Ух ты, если свирепые звери древней эпохи появятся, сколько невинных людей погибнут трагически, сказал Чуфэн. Твои слова неверны, эти люди слабы. Таким образом, они могут только стать жертвой такой вещи. Мир боевого развития, мир, где слабые жертвы сильных. Даже если нет никакого свирепого зверя, чтобы убить слабых, они все равно закончат страданием от своих товарищей, сказала Сянь Миамиа. Чуфэн не опроверг ее, потому что то, что сказала Сянь Миамиа, действительно было правдой. Убийство было тем, что происходило каждый день в святой земле воинственности. Все в порядке, я просто шутила с тобой. Будь уверен, поскольку мы, эльфы древней эпохи, знаем об этом деле, мы, естественно, уже сделали приготовление для этого. На самом деле есть эльфы древней эпохи, охраняющие снаружи пожирающие кровь убивающие формации все время. Если свирепые звери древней эпохи прорвут духовную формацию, мы, эльфы древней эпохи, немедленно окружим их и убьем, сказала Сянь Миамиа. Но те яростные звери древней эпохи запечатаны в этом месте. Таким образом, как можно будет так легко позаботиться о них? Спросил Чуфэн. У нас есть особые средства, чтобы позаботиться о них. Ты можешь быть уверен, сказала Сянь Миамиа. Тогда хорошо, слегка улыбнулся Чуфэн. После того, как услышал, что сказала Сянь Миамиа, он в самом деле чувствовал большое облегчение. После этого Чуфэн и Сянь Миамиа продолжали путешествовать глубже в пожирающую кровь убивающую формацию. В то время как они путешествовали, они говорили и смеялись. Это не означало, что пожирающая кровь убивающая формация не была опасной. Скорее, восприятие Чуфэна было просто слишком сильным. Все ловушки и механизмы в этом месте легко избегались Чуфэном. Кроме того, Чуфэн обнаружил, что несмотря на то, что техники мирового духа Сянь Миамиа не были сильны, ее восприятие было очень сильным. Она смогла обнаружить все опасности, обнаруженные Чуфэном. Таким образом, даже без Чуфэна здесь все ловушки и механизмы этого места, вероятно, не смогли бы навредить Сянь Миамиа. Тем не менее, самым удивительным фактом, касающимся пожирающей кровь убивающей формации, было бесчисленное количество людей как из древней эпохи, так и после древней эпохи, которые умерли здесь. И все же, на их пути Чуфэн и Сянь Миамиа не столкнулись ни с одним скелетом. Чуфэн предположил, что это было также связано с пожирающей кровь убивающей формацией. Пожирающая кровь убивающая формация была убийственной формацией, которая даже не оставила бы костей жертв,
которых она убила. Она была действительно формацией убийства. После периода путешествия Чуфэн и Сяньмямиа, наконец, прибыли в центральный регион пожирающей кровь убивающей формации. Это была широкая духовная формация. Можно было выделить эту духовную формацию невооруженным взглядом. Эта духовная формация была такой высокой, что достигала облаков в небе. Она выглядела как форт, и все же не как форт. Если коротко, она была огромной. Кроме того, в эту формацию были входы во всех направлениях. Самое поразительное, когда Чуфэн посмотрел снаружи в эту духовную формацию, он обнаружил, что самая опасная локация пожирающей кровь убивающей формации, центр, была на самом деле совершенно отличной от того, что снаружи. Снаружи все было покрыто кровью. Просто пейзаж этого места мог стать причиной огромного потрясения. Однако внутри на самом деле были цветы, растения, деревья и все остальное. Были огромные деревья, которые доходили до небес. Были цветы, которые были столь же велики, как дворец. Все они присутствовали внутри. С первого взгляда внутренняя часть была похожа на рай. Как это могло бы выглядеть как самое опасное место? Вау, это в самом деле необычайно. В этот момент Сяньмямиа внезапно убрала пожирающий кровь доспех. Чуфэн пришел к внезапному осознанию, затем также убрал свой пожирающий кровь доспех. После того, как он убрал пожирающий кровь доспех, Чуфэн мог почувствовать огромное давление от духовной формации, несмотря на то, что он стоял снаружи. Давление било по его телу волнами. Давление заставляло волосы вставать дыбом и кости издавать трескающие звуки. Он чувствовал, как будто он был бы немедленно уничтожен в момент, когда войдет в формацию. Кажется, что здесь могут существовать не только пожирающие кровь насекомые. Те особые растения также способны выживать здесь, вздохнул с восхищением Чуфэн. Это правда. Просто мы можем использовать специальные средства для заманивания пожирающих кровь насекомых и использовать их. Что касается тех растений, мы ничего не можем с ними поделать, сказала Сяньмямиа. Ладно, давай войдем. Когда Чуфэн сказал, он надел обратно пожирающий кровь доспех и ступил в духовную формацию. Сяньмямиа также следовала вплотную за ним. Кажется, что центр пожирающей кровь убивающей формации даже более широкий, чем я представлял. Это место в самом деле огромное. После того, как вошел в центральный регион, Чуфэн вздохнул с восхищением. Это место было просто как целый отдельный мир. Мямиа, ну как ты можешь ощутить место бессмертных цветов древней эпохи? Спросил Чуфэн. Сяньмямиа покачала головой, а затем сказала с решительным выражением. Я не могу. Однако я уверена, что здесь есть бессмертные цветы древней эпохи. Ты не можешь ощутить ничего вообще сейчас? Снова спросил Чуфэн. Сяньмямиа снова покачала головой. В этот момент Чуфэн осознал, что это место было в самом деле не таким простым, как он представлял. Это было не то место, где они могли обнаружить бессмертные цветы древней эпохи в момент, когда они вошли. Не спеши, это место очень большое. Давай внимательно осмотримся, сказал Чуфэн. После этого Чуфэн и Сяньмямиа начали внимательно обыскивать окрестности вокруг них. Изначально они двое путешествовали чрезвычайно медленно. Позже они начали ускоряться. Причина этого была в том, что это место было действительно слишком большим. Если бы они медленно искали по шагу за раз, они, вероятно, не смогли бы обыскать это место даже после того, как потратили несколько декад поисков. Таким образом, им пришлось увеличить свою скорость. Внезапно Сяньмямиа сказала, Чуфэн, у меня плохое чувство. В этом месте определенно есть бессмертные цветы древней эпохи. Но мой врожденный отклик на бессмертные цветы древней эпохи был отрезан. Я не могу ощутить их. Мямиа, ты можешь слишком много думать об этом. Даже если в этом месте есть бессмертные цветы древней эпохи, невозможно, чтобы они были везде. Давай продолжим искать их, сказал Чуфэн. Хорошо, Сяньмямиа упала духом. Это был первый раз, когда Чуфэн видел, что она вела себя таким образом. Можно было видеть, что она сильно желала бессмертные цветы древней эпохи. При этом эта девушка была действительно оптимистичной. Несмотря на то, что Чуфэн не пытался утешить ее, ей удалось быстро скорректировать свое настроение вскоре после этого, и она начала снова говорить и смеяться. Кроме того, в этом месте было очень легко встретить пожирающих кровь насекомых. Все пожирающие кровь насекомые, которых девочке удалось встретить, не смогли сбежать из ее злобных когтей. Однако это было чем-то, что Чуфэн мог понять. В конце концов, пожирающие кровь насекомые были способны использоваться в изготовлении пожирающих кровь доспехов. Если бы их особый эффект стал известен, они определенно могли бы получить очень хорошую цену. Однако Чуфэн чувствовал, что просто не было нужды тратить энергию,
чтобы поймать пожирающих кровь насекомых. Причина этого была в том, что растения и деревья этого места были способны противостоять этому огромному, особому давлению. Таким образом, растения и деревья этого места были эквивалентны или даже более ценны, чем пожирающие кровь насекомые. Чуфэн планировал взять с собой несколько растений и деревьев, прежде чем покинуть это место. Он планировал сделать доспехи, которые могли выдержать давление этого места в будущем. Он знал, что те доспехи обязательно принесли бы отличную цену. Внезапно Сянь Мямия сказала: «Чуфэн, ты знаешь, что на самом деле есть легенда о пожирающей кровь убивающей формации?»